Горячо. Мы рады приветствовать вас в зале Prime Hall в городе Минске. Сегодня в рамках турнира BFC нас ожидает 15 поединков. И, дорогие друзья, чтобы получилось шоу, бойцы достойны ваших аплодисментов прямо сейчас. Дайте шуму! Здорово! В главном бою вечера по правилам ММА сойдутся Андрей Сколыш и Владислав Новицкий. Кто знает этих бойцов, это будет бой. Аплодисменты им! Прямая трансляция нашего мероприятия идет в прямом эфире на видеосервисе ВОКа, видеосервисе ВИНКа, а также на телеканале УДАР. Мы с удовольствием представляем партнеров сегодняшнего вечера. Титульный партнер лиги BFC Белбет – первая мгновенная онлайн-лотерея в Беларуси. Белбет – это более 40 ярких динамичных игр в вашем смартфоне. Генеральный партнер мероприятия Gorilla Energy – функциональный энергетический напиток с мощным стимулирующим эффектом для активных и амбициозных людей. Gorilla Energy – сила для твоего главного боя. Официальный партнер показа трансляции BFC-72 – видеосервис ВОКа. ВОКа – это видеосервис для жадных до всего интересного. Самые популярные онлайн-кинотеатры, ТВ-каналы, спорт в одной подписке – все включено. Смотрите на любом устройстве от смартфона до смарт-ТВ. Дорогие зрители, важная информация. В конце турнира мы проведем розыгрыш для присутствующих в зале. Мы разыграем подарок от нашего партнера Gorilla Energy. Условия очень простые. Для начала поднимите руку, у кого есть Инстаграм. У кого есть Инстаграм? Ни у кого-нибудь есть Инстаграм? Ну, есть, да? Ну, поаплодируйте, у кого есть, кто, у кого Инстаграмчик есть. Хорошо. Отлично, друзья. Дело в том, что вы можете выиграть классный подарок от нашего партнера, повторюсь, Gorilla Energy, но условия прямо сейчас очень простые. Вам необходимо подписаться в Инстаграме на страницах BFC и Gorilla Energy, оставить комментарий со словом «Gorilla» на странице, внимание, BFC под постом со взвешивания. Там есть видео со взвешивания, поэтому заходите в Инстаграм, оставляйте. Удачи вам в завершении, подведем итоги. Ну и перед тем, как мы начнем наш турнир BFC-72 на сцену, для приветственного слова я хочу пригласить руководителя лиги BFC Максим Корольков. Друзья, мы долго готовились к этому турниру, у нас все получилось. Ну и аплодисменты, Максим Корольков. Пожалуйста. Приветствую, Минск. Наконец-то мы вернулись в Prime Hall. Сегодня у нас 72-й турнир, и нас будет смотреть весь мир. Вы слышали, какие телеканалы нас показывают, поэтому нас увидит вся планета. Главный бой, Новицкий Сколыш. Давайте поддержим ребят, всех участников. Это они делают для вас, чтобы вы насладились красивыми боями и посмотрели настоящих крутых мужиков. Ура! Нам всем удачи, мы начинаем! Ну, еще раз аплодисменты, Максим Корольков, спасибо. Спасибо за приветственные слова. В любом случае, мы готовы. Зрители заряжены, бойцы за кулисом рвутся в октагон. Ну и, конечно же, мы начинаем наш международный турнир. Но только с ваших аплодисментов, друзья! Пошумим немного, отлично! И поехали. Первый бой вечера международного турнира BFC-72 пройдет по правилам ММА. Полусредний вес до 65,8 килограмма. Три раунда по 3 минуты. Встречайте, боец синего угла представляет Беларусь Геннадий Кульбахов. Саудит бой от тела.
I'm Paul, это Минск. И мы в эфире. Всем любителям смешных единоборств добро пожаловать. С вами в эфире. За этим событием будем наблюдать мы, ваши комментаторы. Я Александр Черногузов, мой коллега Фифа Мафейка. Фифа в представлении не нуждается. Человек, которого все знают в Минске. Тем более аматоры смешных единоборств. И сразу, как говорится, с прайм-пола в клетку. Геннадий Кульбаков и Ренат Гулевич имеют сегодня честь открывать наш файткар. На самом деле ответственная очень тема. Если говорить откуда парни, то Геннадий Кульбаков представляет MMA Academy Минск, а Ренат Гулевич представляет Golden Victory Осиповича. Можно сказать, битва столицы с регионом. Вот Руслан Холодко из Академии MMA делает некоторое наставничество и внушение, и ободряет своего подопечного. Собственно, первый бой вы сейчас увидите в полулегкой весовой категории. У Геннадия Кульбакова 2-0. Рейтинг у Рената Гулевича также 2-0. Геннадий Кульбаков. Встречаем его соперник, боец красного угла. Белорус Ренат Гулевич. Всем добрый вечер, добрый вечер. Вас приветствует BFC 72. Очень приятно снова вернуться за комментаторский столик. Всех приветствовать в прямом эфире. И сразу же бросаемся в жаркие поединки. У нас сегодня 15 боев. Первый поединок, и вы на экранах видите Рената Гулевича. Ему 23 года. Только что сказали, что он представитель спортивного клуба Golden Victory Осиповичи. Мы знаем этот легендарный город, откуда Алена Лешкевич родом, заслуженный мастер спорта муай-тай. Денис Гончаренок, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. И воспитанника Golden Glory, вернее, главного тренера Сергея Гедуляна вы тоже все прекрасно знаете. Прекрасный организатор турниров, тренер хороший. И вот на ваших экранах воспитанник этого легендарного классного клуба Ренат Гулевич. 23 года, 170 сантиметров рост бойца. Рекорд, как сказал мой коллега Саша, у него 2-0. Этот поединок пройдет по ММА. 3 раунда по 3 минуты в весовой категории до 65 килограмм. И господа, мы прямо сейчас давайте познакомимся. Боец синего углу, ему 20 лет, рост 173 сантиметра, рекорд 2 боя, 2 победы. Дамы и господа, Республика Беларусь, Геннадий Кульбаков. Его соперник в красном углу, бойцу 23 года, рост 170 сантиметров, рекорд 2 боя, 2 победы. Дамы и господа, поприветствуем представитель Республики Беларусь, Ренат Гулевич. Рефери поединка, судья международной категории Олег Миляков. Спортсмены, бой проходит по любительским правилам. 3 раунда по 3 минуты. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. Пожали руки и разошлись. Не знаю, как вы, я в предвкушении, потому что оба парня молодые. Оба парня с рекордом 0 в графе поражений. Это, кстати, является интересным фактом. Кому-то сегодня прилетит туда единичка. Обидно будет, да? Да, Саш, у обоих бойцов рекорд одинаковый. Ой. 2-0, да, и очень интересно. Первый бой... Открытие турнира. Мне очень нравятся как бы вот эти все эмоции положительные. Первый зрители раунд. У экранов также, надеюсь, в ожидании интереснейшего вечера сегодня. 15 боев и так. Вот первые атаки. Представитель Академии ММА, в углу которого находятся и Колодко, и Юрий Булацкий. Это тренер, да. Артема Домковского, все-таки нашего легендарного бойца. Звезды, да. Белорусского ММА. Это обязывает их подопечного сейчас показывать мастер... Не упасть грязь лицом. Совершенно верно. Сказать, да. Но пока разведка, пока очень сложно тут что-то говорить. Ну, слушай, ты так представил парня из Осиповича, тоже хорошо, что хочется верить, что он даст достойное
Отпор и противостояние. Вот неплохая двоечка сейчас от представителей MMA Academy. Ох, парни неплохо начинают. Проход ноги. Какова встреча, Саша, была? Да. Был, ну, так хорошо подловил своего соперника выпускник или студент, если хотите, Academy MMA. А вот сейчас берет спину. Очень выгодное положение. Будет тейкдаун, а может и дагестанские авиалинии, смотря сколько сил у него есть на это. Да, посмотрим. Ну, сопротивляется немного соперник, конечно. Я скажу, просто... что у Геннадия будет преимущество в борьбе, а у Рената Гулевича больше, естественно, будет преимущество в ударке, я думаю. Он рукопашник, да, естественно. В Академии ММА, как говорится, борьбой не злоупотребляют. Да, в плане, что наоборот, борьбе уделяют много внимания. Да, воспитанник Колотко Руслана Юрия Булатского, видно, превосходит в борьбе. В борьбе, да. Вот видно, соперника. Он сейчас сверху положение занимает. И, смотрите, пытается отжать руку соперника. Очень грамотно все делает. Пока что Ренат Гулевич немножко, так сказать... В борьбе ничего не может показать. В борьбе, да, не может показать. Он начал отвечать сразу же, сходу полез в рубку. Залетел, так сказать, в этот поединок со своим... соперником. Ну, а дальше посмотрим, что же будет в борьбе. Встают парни, вот сейчас душит представитель Academy MMA. Очень хороший опасно. Захват. Нет, вырывается все-таки, вырывается. Ой-ой-ой, хорошо попадает с левой сейчас Геннадий. Неплохо. Бэкфист не получился второй раз. Не, ну это перебор. Бэкфистов, конечно, такой удар нужно готовить. Это вам скажет и серебрянский мексиканец, который с бэкфиста положил афганца и попал во все хайлайты мировых ММА. Вот, Макаренко. Ну и смотрите, огрызается парень. Да, в синем. Ой, пропустил во встречу немножко Ренат. Но... Ну и сил уже меньше у Рената, потому что повозил его по настилу Геннадий. Кульбаков отдыхает. Он сейчас, видите, специально он использует это время для того, чтобы как-то восстановиться. Потому что оба соперника пропускали. Слушайте, ну, для боя открытия BFC-72 это хороший поединок. Я доволен. На самом деле не лентяйничают парни, не велосипедят. Друг друга, так сказать, не стесняются. И, конечно, пока что Кульбаков, ну, выигрывает за счет борьбы. Ренат пока что не может найти свой дзен и как-то противостоять этой борьбе. Да, он пытается в рукопашку пойти. Первый раунд нашего турнира очень-очень достойный. Соответственно, и проиграл Ренат Гулевич первый раунд. Это очевидно. Да. Резюмируем мы, что пока Ренат Гулевич первый раунд проиграл, но раунд это 3. Еще есть возможность, так сказать, дать жару в октагоне BFC. Никто не мешает нам немножечко побыть судьями, да? Ну, чуть-чуть. Мы же, конечно, недалеко от судейского столика. Нас специально развели, чтобы они не поддавались нашим провокациям. Они нас мы, чтобы не слышали. Подсматривали. Да, мы, чтобы не подсматривали в их записки. Но, все равно мы все видим, мы все слышим, мы наблюдаем. А пока что Осиповичи проигрывают Минску. Ну, а как вы хотите? Academy MMA – это уровень, это бренд. Совершенно верно. Я тебе еще скажу, знаешь, по поводу зрителей, что у зрителей свое мнение, которое может отличаться от всех, и от нашего, и от судейского. Слушайте, ну мне тоже симпатичен парень из-за Осиповича как боец. Он хорошо начал. Ударник неплохой, у него хорошо получается стойки, это было видно, но Геннадий ничего не дает сделать. Он переводит. Блокирует, да, но неплохих пару ударов и получилось сделать у Рената. Ой, какой справа сейчас от Геннадия. Хороший удар. Такой, как в Дагестане говорят, чапалах, если хотите. Да, как может так чапалахнуть и в нокаут уйти. Но ничего страшного. Снова тэкдаун. Геннадий Кульбаков записывает. Опять тактика, да, прослеживается. План на бой, как мы говорим. Посмотри, Геннадий опять берет спину. И опять соперника увозит в борьбе. Почему? Потому что вот, и хорошие еще и очки набирает тейкдаун. Посмотри, как Ренат молодец, переводит стойку и вообще не стушевался после этого броска. Да, как будто и не почувствовал. Не знаю, может быть, первый раунд нужен был для того, чтобы ему разогреться, где-то получить и пару слов от тренера недовольных. Угу. Посмотрим. Я напомню для тех, кто, может быть, только что включился в нашу трансляцию, что в синих шортах является у нас...
Ренат Гулевич, представитель Осиповичей, а в черных шортах представитель Академии ММА Геннадий Кульбаков, который пока что доминирует в этом поединке. Лучше у него борьба. Но смотри, как Ренат Гулевич идет первым номером вперед и ни шагу назад. Посмотри. Да, жмет соперника, да, наступает, согласен, но получает ответки. Опять проход в ногу от Геннадия, опять берет спину. Я уже это вижу, не знаю, в какой, наверное, в четвертый раз. Ой, незавидное положение сейчас. Хороший леглок у Геннадия Кульбакова. Полностью потерял спину Ренат Гулевич. Может окончиться удушением. Смотрим, смотрим. Изо всех сил, да, стучит, сдача. Да, к сожалению, Академия ММА, молодец, продемонстрировали. И к счастью. Нет, ну я, к сожалению, Рената Гулевича. Ну да. Да, Геннадий Кульбаков оправдал название своего клуба Академия ММА. Да. Видим мы на наших экранах Руслана Колодко, тренера, и Юрия Булацкого. Молодцы, наши поздравления, Академия ММА, Минск. Ну и Ренату Гулевичу в Осиповиче также передаем привет всем осиповичским, Сергею Гюдоляну и всем. Там недавно проходили соревнования по тайландскому боксу, чемпионат Республики Беларусь. Так что, ну, Осиповичи это все равно остается хорошим, классным кемпом муай-тай и кикбоксинга. Итак, уважаемые дамы и господа, досрочная победа удушающим приемом во втором раунде. Время остановки боя 1 минута 44 секунды. Одерживает победу представитель Беларуси Геннадий Кульбаков! Дамы и господа, давайте бойцам подарим ваши аплодисменты. Это начало турнира. Достойная победа. Геннадий, поздравляем. Давайте еще посмотрим и насладимся самыми интересными моментами этого поединка. Геннадий Кульбаков, Academy MMA Минск, Golden Victory Club, Ренат Гулевич. К сожалению, Осипович сегодня проиграли, но это не значит, что не нужно, так сказать, тренироваться, не нужно терять волю к победе и, в конце концов, нужно улучшать разные аспекты своего поединка, в частности, борьбу. Поэтому переходим мы ко второму бою, ну а хайлайты первого боя вашему вниманию. Итак, уважаемые зрители, телезрители, давайте поаплодируем. Достойный первый поединок, согласитесь. Подарите аплодисменты, овации! Здорово, вижу, что мы готовы продолжать. И второй поединок нашего вечера пройдет по правилам кикбоксинга в легком весе до 71 килограмма. Три раунда по 3 минуты. Представляем вам соперников. И встречайте, боец синего угла, представитель Беларуси. Марат Шнитко! И второе блюдо сегодняшнего вечера у нас наш любимый кикбоксинг, он же K1. Марат Шнитко с Республики Беларусь будет противостоять Расулу Джаватхатову из России. Очень такой неплохой соперник для нашего парня. Марат Шнитко, ну совсем молодой начинающий боец. 185 сантиметров рост этого парня. 16 лет. Бой в легком весе. Для него это дебют. Ребята, нужно поддержать. Нужно болеть за своего. Тем более соперник у него явно поопытнее. Я могу пожелать Марату Шнитко только удачи. Я его на профессиональном ринге еще не видел. И в профессиональном октагоне. Ну, как говорится, как начнешь, так и карьера твоя пойдет. Поэтому Марата сейчас, собственно, обрабатывают вазелином. Это очень важный компонент в К1. Ну а противостоять ему будет действительно хороший соперник. Я думаю, вы его сейчас увидите на своих экранах.
Поприветствуем бойца Марат Шлитко. Приглашаем в красный угол его соперника, бойца из Российской Федерации, Расул Джаматханов. Итак, видим соперника Марата Шнитко. На ваших экранах Расул Джаватханов. Ему 17 лет, он представитель России, нашей братской соседней страны. Поединок пройдет по К1, вы помните. 3 раунда по 3 минуты. Весовая категория одна из легендарнейших, одна из интереснейших. Это до 71 килограмма. В мире кикбоксинга, тайландского бокса, известна как К1 Макс. Она всех нас подсадила на этот вид спорта. Конечно, Марата Шнитко выводил Геннадий Ткаченко. Это об многом говорит, о том, что будет очень такой поединок с накалом. Поединок будет однозначно очень интересный, потому что Геннадий Ткаченко, мы знаем, в прошлом сильнейший боец кикбоксинга, тайландского бокса. Ну а Расул Джаватханов приехал, я с ним общался, не отбывать номер. Он готов заявить о себе в BFC, готов одержать победу на этой площадке первую, чтобы его приглашали впредь. Рефери поединка Александр Володько. Уважаемые дамы и господа, международный турнир BFC 72. Второй бой нашего вечера. Представляю вам соперников. И первого бойца в синем углу, бойцу 16 лет. Его рост 178 сантиметров. Республика Беларусь. Марат Шнитко. Его соперник в красном углу, бойцу 17 лет. Представитель Российской Федерации Расул Джаватханов. Рефери в октагоне, судья международной категории Александр Володько. Итак, второй поединок и сразу же по К1, по кикбоксингу. Марат Шнитко, Беларусь. Расул Джаватханов, Россия. Ух, непростой поединок нас ждет. Тем более молодые парни обычно хотят заявить о себе. У обоих парней рейтинг 0-0. Абсолютно чистейший рейтинг. Кого-то сегодня опять будет поражение, у кого-то победа. Это очень-очень важный для них поединок, прежде всего. Дебют всегда, Саш, очень интересен. И очень важен, потому что многие молодые парни все-таки деморализуются, да, если ты проигрываешь. Вот, раз проиграл, два проиграл, и карьера уже под закат прошла. А если ты выигрываешь, ты получаешь соперников, которые более серьезные, которые тебе дают испытания. Потому что, чтобы расти в октагоне, в ринге, тебе нужно получать соперников, которые, ну, немного лучше тебя или хотя бы не уступают. Вот в случае и Марата Шнитко, и Расула Джаватханова это... так, да, и Расул, конечно же, поопытнее в плане любительских поединков. Ну, в России больше выбора соперников, больше школ, да, и Россия сама побольше. Возможности, потому что соревнования больше проходят, да. Страна побольше, это естественно. Да. Вот, ну, а Марат Шнитко пока мы видели только на одном из турниров в Санкт-Петербурге, для тех, кто наблюдает, может быть, за его карьерой. Ну, а как будет на профессиональном ринге или на профессиональном октагоне, мы сейчас увидим. Ну, я тебе скажу, отмечу, знаешь как, Александр, у нас соревнования по кикбоксингу и по тайландскому боксу сейчас тоже в Беларуси проходит очень много. Также и по ММА, и в особенности по рукопашному бою. То есть практики хватает и в боях без правил, и в ударке. Поэтому нам грех жаловаться. Но Россия все-таки побольше, поэтому там как ни крути, все равно соревнований побольше. Ну, да, но школа муай-тай, уж хочу сказать, получше-то у нас. Извините, несмотря конечно, что Россия-то побольше, школа муай-тай получше у нас. Поэтому есть два, так сказать, направления. Более лайтовая европейская, голландская, это К1, да, тот самый K1, который гремел в нулевых годах. И смотрите, неплохо начинают парни, где-то и пропускает Марат Шнитко с рук, но у него очень хорошие ноги. Мне нравится, как Марат бьет хайкики. А Расул споймал свою работу с рук. Вот я смотрю, он впился и пытается с рук набросать.
Да, когда Марат задерживается на отходе, да, и где-то застаивается, сразу получает двойку в голову. И пару этих двоек прошло. Да, ну а знаешь, Саш, я тебе скажу, что у Расула очень высоко задран подбородок и низко опущены руки. В боях это рано или поздно может сказаться плохо. Надеюсь, тренерский штаб Марата предупредит и сейчас как раз-таки подскажет, возможно, этот момент. Молодцы. Лига BFC, которую я представляю. Знаешь, мне нравится взгляд и позиция руководителя лиги Максима Королькова, что на этих турнирах развивается не только ММА, но и кикбоксинг, тайландский бокс. Здорово. Это что нам дает? Это дает больше охвата аудитории, больше увеличивается фанатская база. И развиваются эти виды спорта, что самое главное. Да, мы идем, если сравнить с азиатским таким знаменитым промоушеном One, да, One Championship, где, кстати, Чингиз Алазапился и стал его чемпионом, то мы немножко вот развиваемся этим путем, потому что, собственно, поединки проводятся не только по смешанным единоборствам, а, как ты правильно сказал, и по K1, и по даже тайскому боксу, что дает разнообразие зрителю, и нам удовольствие, и дает развитие, да, школам, которые присутствуют у нас и здесь, в Минске, да и в Республике Беларусь. А почему бы нет? Вот, что ты скажешь по второму раунду? Я скажу, что хорошо очень тренерский штаб подсказал про опущенные ручки Расула Джавадхатова. И Марат уже начинает это использовать. И смотрите, он сближается. Он сближается, и такой даже тайский клинч у нас получился немного, да. Хотя в K1 клинчи запрещены, как в Таиланде, да. Можно отдельное искусство биться в клинче. Но здесь, смотрите, рефери немножко позволил парням постоять. Да, он дает на дистанции. Может быть, это плохо зрителям слышно, но нам слышно, как он на дистанции дает команду. Стоп, брейк, ну, чтобы расходили, чтобы не было клинч. Просто ребята послушные, знаешь, дисциплинированные, поэтому конечно выполняют все команды рефери. Профессиональные спортсмены, уже начинающие свою карьеру. Да, так как это несовершеннолетние бойцы, 16-17 лет, у них еще, видишь, предусмотрены на ногах щитки пока. И это правильно. 18 лет, да, они будут боксировать вот так. Ну, это ничего страшного. Картинка не страдает от этого, потому что ребята работают в полную силу, показывают красоту техники. Вот пропускает Расул немножечко во встречу, да, потому что руки как-то разбросаны у Расула. Выиграть чемпионат мира со сломанным носом мы спросим у Алены Лешкевича. А как выиграть чемпионат Европы или какой-нибудь поединок, мы спросим у Петра Раванкевича с ногой сломанной, да, практически. Да, да, да. Поэтому ребятам есть брать пример откуда. Величайшие бойцы, они терпели и травмы, и что только не случалось. Но тут, да, действительно, необходима защита. Но посмотрите, в голову-то все равно оба пропускают без защиты, это чувствуется. И вы знаете, я посмотрю, что соперники уже приноровились немного друг к другу. И второй раунд получился ярче, чем первый. Да. Ярче. И я бы даже сказал, что второй раунд за Шнитко. Да, раскачали они второй раунд, подразогрелись, подизучили друг друга. И Марат, вот концовку он точно забрался. Да. Как там уже судьи отнесутся? А судьи тоже смотрят конец раунда. Это тоже важно, последние 10 секунд. Концовка вообще, конечно. В кикбоксинге тайландского бокса, да, концовка, она говорит о многом. Вишенка на торте такая своеобразная. Да и Шнитко хорошо этот раунд провел. Хорошо, заметил он опущенные руки Расула и своему оппоненту из России, как говорится, дал жару, да, показал, кто здесь хозяин октагона, в конце концов. Итак, зрители, давайте подарим нашим молодым, очень крутым бойцам аплодисменты, свою энергетику. Третий раунд! Здорово сейчас посмотреть, как закончится третий раунд. Наверное, он будет в этом поединке решающий. Я думаю, да. Я думаю, да. Абсолютно. Если первый раунд был за Расулом, то второй за Маратом. И вот сейчас решающий третий раунд. Расул Джавадханов, Россия, Марат Шнитко, Беларусь. Марат в фиолетовых шортах, Расул в черно-таких красных. Бэкфист неудачный. Коварный удар. Расула коварный, да. Решил пойти такой ва-банк даже где-то Расул. Марат грешит немножко клинчем, но главное не переусердствовать. Немного, да, не переусердствовать и не,
не заигрываться в этом. У Расула видно такая любительская манера, еще знаешь, такая, а Марат как-то больше... Как профи сразу, руки возле подбородка. Манера более профессиональная, вот как-то. Ну правильно, сразу настраиваться-то надо. Посмотрите на руки даже, вот Расул сейчас держит возле, ну, возле груди, можно сказать, да, на уровне груди руки, а у Вадима, у Марата Шнитко они всегда подняты. Это тоже говорит о классе бойца. И о том, что парни еще, ну, не выдохлись, у них полно сил. Молодцы, молодцы. Закатывают с последних сил. Хороший поединок. Людям, я вот смотрю, катил зал. Людям нравится, комментаторам нравится, судьям нравится. И вы не забывайте, что Марату Шнитко 16 лет, а Расулу Джаватханову 17. Сухой рекорд у обоих. Расул так внимательно слушает свой тренерский угол. А может и нас? Да, хорошая работа коленками. Ну, молодцы. Показывают неплохой кикбоксинг. Качественный. Ребята еще молодые, у них все еще впереди. Но на то, что мы видим, это нормально. Когда 16-17 лет, пацаны выходят на профессиональный ринг, начинают обстукиваться в этом возрасте. Это здорово, это клево. И мы уверены, что мы этих ребят увидим еще... Не раз. Да. На просторах BFC. А я хотел сказать, смотри, какая хорошо подобранная пара. Да, в очередной раз, уж простите, похвалю матчмейкеров BFC. Отлично подобранная пара для кикбоксинга. Очень конкурентная, очень компетентная. Оба примерно одинакового роста, оба примерно одинакового возраста. И, собственно, и умений, и уровня. И что делает этот поединок очень конкурентным и очень жарким. На самом деле третий раунд 50-50, если резюмировать третий раунд, но Расул немного недоволен. Кстати, неплохой первый поединок для обоих в международном статусе. Знаешь, Россия, Беларусь, международная встреча и дебютируют. А почему ты говоришь вот Россия, Беларусь? А Беларусь и Россия, мы же в Минске. Октагон наш. И, собственно, уважение, Саша. Да, и Марат Шнитко, собственно, хозяин этого октагона. Смотри, давайте как посмотрим. Оба чувствуют победу свою. Смотрим. Давайте посмотрим решение судей. Уважаемые дамы и господа, давайте еще раз подарим аплодисменты молодым, очень мощным, достойным бойцам, которые сражались в трех поединках. Итак, результаты. Внимание! Раздельным решением судей победу в этом поединке одерживает Марат Шнитко! Поздравляем мы Марата с первой победой на профессиональном ринге, октагоне. Это супер, молодец. Поздравляем Марата. Ну а Расулу не расстраиваться. На Расулу не расстраиваться, все Расул впереди. Расул Джаватханов, еще раз аплодисменты, друзья. Парни. Ну а сейчас вашему вниманию, конечно же, повторы второго поединка по K1. Можете насладиться ими сполна. Победитель пропускает на повторах и снова пропускает. Это вот начало раунда, знаешь, Марат первый раунд проиграл, концовочку, может быть, забрал, как там судьи считали, не знаю. Но раскочегарился, завелся, разошелся и вырвал победу. Молодец! Здорово! На международном поединке одержать победу. Это дорогого стоит. Поздравляем Марата. Дорогие друзья, ну и, конечно же, сегодня вы уже видели два боя достойных бойцов, соперников. В любом случае, каждый из них всегда выкладывается, но, я думаю, отдельных ваших аплодисментов заслуживают те люди, которые выкладываются не меньше всего, переживают всем сердцем, подсказывают во время боя. Это тренерский штаб каждого бойца. Давайте поаплодируем всем тренерам, кто здесь присутствует. Спасибо за этот тяжелый труд каждому из вас. Спасибо за таких профессионалов. Ну а мы, естественно, продолжаем третий бой, который пройдет по правилам ММА. Средний вес 83,9 килограмма. В три раунда по 3 минуты. Приглашаем бойцов в октагон. Боец синего угла, Республика Беларусь, Вадим Деньги.
Следующий поединок, и вновь возвращаемся мы к смешанным единоборствам. В октагон выходят средние весы. Вот посмотрите, Вадим Деньгин против Антона Персика Федоровича. Про Вадима Деньгина мне, кстати, не так много есть чего сказать. Это молодой парень, практически дебютант. У него 1-0 рейтинг, 17 лет этому парню. Одна победа и за плечами, но у него более чем серьезный соперник. А про этого парня по прозвищу Персик Федорович из Беларуси, из Минска, расскажет в том числе и мой коллега, и я. Ну а Вадиму Деньгину, который считается в этом поединке андердогом или претендентом, если хотите, мы можем пожелать удачи. Не видели мы его ни на международных аренах особо, ни особо в октагонах UFC, вы уж простите, BFC, да, и какого-то FC. Молодой парень, 17 лет, 190 сантиметров, однако, роста. Парень рослый. Как это скажется в борьбе или в стойке, мы с вами увидим и желаем ему хорошего поединка. С удовольствием представляю бойца Красного угла, Республика Беларусь, Антон Федорович. Ну а соперник Вадима Деньгина на ваших экранах мы видим — Антон Федорович под бойцовским прозвищем Персик. Ему 20 лет, рост богатыря 180 сантиметров. Рекорд у него чуть посерьезнее, чем у соперника. 3 победы и всего 1 поражение. Парней ждет 3 раунда по 3 минуты. Поединок по правилам ММА. Весовая категория, вы слышали, до 83 килограмм 900 грамм. Что я вам скажу, Антон Федорович при всем бойцовском прозвище Персик имеет за спиной уже 4 профессиональных поединка. Но также он является чемпионом Республики Беларусь по панкратиону. И также представитель Академии ММА, и вы видите, кто его выводит. Руслан Колодко, Юрий Булацкий, это известные тренера. Руслан известный боец в прошлом. Но при такой школе, при таком опыте, я думаю, сложно будет Вадиму Деньгину, но не буду забегать вперед, не буду ничего тут своего такого размышлять. Все покажет клетка. Антон Персик Федорович, 20 лет, проводит свой 5-й поединок по ММА. Уважаемые дамы и господа, сейчас давайте познакомимся с двумя яркими представителями бойцов из Республики Беларусь. Итак, знакомимся. Боец в синем углу. Бойцу 17 лет, рост 190 сантиметров, рекорд 1 бой, 1 победа. Республика Беларусь. Вадим Деньгин. В красном углу. Бойцу 20 лет, рост 180 сантиметров, рекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Беларусь. Антон Персик Федорович. Рефери в октагоне Олег Миляков. Для тех, кто не знает, я напомню, что Персик-то созрел. Это я про Антона Федоровича, раз. А во-вторых, Антон является у нас чемпионом мира по панкратиону, который проходил в 2021 году. Конечно, последний бой принес Антону Федоровичу поражение. Было это на Горилла ММА серии 29. Проиграл он тогда сабмишеном Али Долгатову. Но до этого шел на серии из побед. Собственно, это вы и видите в его рекорде. 1 поражение Али Долгатову, ну а 3 победы за его плечами, в том числе на New Fighting Generation над Денисом Середой, над Дмитрием Пастуховым. Так что Персик всегда хорошо проводит свои бои, качественно. Это еще один выпускник Академии ММА Минск. Он умеет и бороться, он умеет делать свое дело и в стойке. Вот сейчас мы наблюдаем как раз таки борьбу. Первый раунд начинается с того, что Антон Персик Федорович сверху находится над своим соперником, такой хавгард. Я так понимаю, пытается он выйти
то ли на прием, то ли на удушение. Посмотрим, что будет делать Антон. Но уж простите, очень нам симпатичен, лично мне симпатичен этот парень из Минска, как боец, как выпускник MMA Academy. Он мне прежде всего нравится своей вот ground and pound выходит. Видите, как сразу он своего соперника выводит, и ничего не остается Вадиму Деньгину, как защищаться. Но я думаю, долго это не продлится. Посмотрите, просто какое-то избиение происходит в октагоне у нас. А это у нас третий поединок. Судья смотрит с вопросительными знаками в глазах. Ну, надо сопротивляться поактивнее Вадиму Деньгину, если он хочет продолжения этого праздника ММА. Ну, при всем... Горович полностью доминирует. Да, при всем, знаешь, при всем, при всех плюсах Антона, я тебе скажу, что Вадим Деньгин при своей одной победе, он является победителем контендера, который проводила Лига BFC. И у него такая победа одна, но она на профессиональном ринге, в хорошем, на хорошем турнире, который проводит матчмейкер. Дебютантской серии, да. И вот мы видим, смотри, болевой на руку. Тимуру делает, да. Это Антон молодец. Он, видно, что в Академии ММА тренируется. Я тебе скажу, что там они очень любят вот эти все примочки такие. Ну, а Деньгин отдает спину, собственно, собственноручно это делает, переворачивается неудачно. Душит Антон Персик Федоровича соперника, я думаю, уже не отпустит с такого положения. Такой нек-крэнк, удушение. Тяжело очень Вадиму Деньгину, победителю Contender Series, как ты сказал, сдача. Федорович побеждает. И 4-1 становится в его... интересные жесты в его графе. Ну, да, сильнее, конечно, Персик. Персик молодец, красавчик. Что еще сказать? Academy MMA класс. Как ты говоришь, да, созрел. Да, пропустил за вот эти несколько минут Вадим Деньгин достаточно ударов. Ну, с первых секунд Антон взял инициативу в свои руки, перевел бой в тэкдаун. Партер, сейчас Катман приведет в порядок лицо Вадима Деньгина. Пропустил он, да, справа неплохой удар, и, собственно, кончилось это удушением. Ну, в борьбе ничего не смог Вадим Деньгин противопоставить Персику. Хороший Персик, хороший, зрелый уже, вы знаете, все-таки парню уже 20 лет. Хорошо он идет по своей профессиональной стопе. Ну, посмотрим, сможет ли он выйти на другие, возможно, соревнования, не только на белорусском октагоне порадовать, но и на российских каких-то просторах. Хороший боец, молодой, перспективный. Я думаю, что за этим эфиром наблюдают и люди, которые относятся к другим лигам, к другим промоушенам. И посмотрим, заметят ли они его или нет. Не хочу никого рекламировать, но Academy MMA – это знаменитая школа единоборств в Минске. Ну, а мы смотрим решение судей. Слышите зал, послушайте, как Минск болеет за своего парня. И, да, тяжелое решение на самом деле. Итак, дамы и господа, дайте шуму бойцам. Мы готовы объявить победителя, хотя и вы сами все видели, но я с удовольствием озвучу прямо сейчас. Досрочную победу, удушающую приемом. Время остановки боя в первом раунде 2 минуты 39 секунд. Победу одерживает белорус Антон Персик Федорович. Наши поздравления представителю Академии ММА. Наши поздравления. Но, дорогие друзья, перед тем, как мы продолжим в октагон, мне бы хотелось пригласить руководителя лиги BFC Максима Королькова. В нашей лиге мы очень тепло относимся ко всем нашим людям, сотрудникам. И отдельно у нас благодарность нашим судьям. Буквально недавно, пару дней назад, был день рождения у главного судьи по кикбоксу, итальянскому боксу нашей лиги и вообще в целом в Республике Беларусь. Кевин Анатолий, я прошу, пожалуйста, подняться его в октагон. Мы не могли пройти мимо этой даты.
и праздника. И я хочу, чтобы вы все громко поаплодировали человеку, который принимает решения, но все время находится в тени. Это очень сложная работа быть главным судьей, поверьте мне. С днем рождения! Огромное спасибо всем, спасибо BFC. Мы вместе. Спасибо. Друзья, давайте еще раз поаплодируем, поздравим с днем рождения. Посмотрим, как Антон добывал свою победу с первых секунд. Вот мы видим, он перевел поединок в партер и не дал никаких шансов Вадиму Деньгину. Вот немножко Вадим, мы видим, перевернулся, но ничего это не помогло. Дамы и господа, международный турнир BFC 72 продолжается, и мы готовы увидеть четвертый бой нашего вечера, который пройдет по правилам ММА. Легкий вес 70,3 килограмма. Приглашаем в октагон боец синего угла, Беларусь, Андрей Книга. Идем дальше. Андрей Книга, 28 лет, Беларусь. Артем Лебедев, также из Беларуси, также 28 лет. Что сказать, Андрей Книга дебютант, у нас сейчас с вами четвертый бой, и это, можно сказать, что бой дебютантов. Он чемпион Республики Беларусь по ушу саньда. И это, кстати, говорит о том, что парень, как бы, во-первых, не лыкомшит, во-вторых, соображает в рукопашном бою и может показать что-то против своего соперника. Ну вот по ММА у него пока рейтинг 0-0, но, тем не менее, боец зрелый, боец заряжен, боец готов. До этого мы его не видели на просторах октагона BFC, Белорусского бойцовского чемпионата. Посмотрим, противостоять ему будет такой же парень, который, во-первых, и по возрасту совпадает, а во-вторых, и по рекорду 0-0. Можем только пожелать удачи Андрею Книге. Ушуисты не впервые уже представлены на октагонах BFC. Ну и посмотрим. Я напомню, что этот поединок состоится в легком весе. Ну а сейчас давайте встретим аплодисментами бойца красного угла, Республика Беларусь, Артем Лебедев. Встречаем Артема Лебедева, соперника Андрея. Ну что, отмечу, они одногодки, по 28 лет им. 175 сантиметров рост Артема, рекорд у него 0-0 по ММА, походка уверенная, взгляд тигра мы видим. Поединок пройдет по ММА 3 раунда по 3 минуты, весовая категория у ребят до 70 килограмм. Бойцы-дебютанты в профессиональном ММА. Артем Лебедев является чемпионом Республики Беларусь по панкратиону. То есть мы, Саш, увидим здесь противостояние чемпиона по ушу саньда и чемпиона по панкратиону. Артема Лебедева мы также видим, выводит Юрий Булацкий. Это тренер нашего легендарного Артема Домковского, Бобруйск. И видим эту уверенность у Артема Лебедева. Дебют, четвертый поединок BFC 72. Пользуясь случаем, поздравляю Анатолия Кемина от себя лично и от Александра, моего коллеги, с днем рождения. Это здорово, что руководитель лиги Максим Корольков не забывает про коллег, не забывает про тех, кто работает здесь и принимает серьезное решение, важное в индустрии единоборств. Так что поздравляем, Анатолий. Ну и все внимание в октагон. Четвертый поединок. Андрей Книга, Артем Лебедев. И перед началом поединка я еще раз вам представлю бойцов. Представляю бойца синего угла, ему 28 лет, рост 170 сантиметров, Республика Беларусь, Андрей Книга!
Его соперник в красном углу, боец 28 лет, рост 175 сантиметров, Республика Беларусь, Артем Лебедев. Рефери в октагоне Олег Миляков. Легкая весовая категория, можно сказать, что в том и интрига. Достаточно легкие парни, но и достаточно тяжелые, чтобы наносить удары. Все-таки до 70 килограммов у нас здесь Андрей Книга против Артема Лебедева. Чтобы было легче ориентироваться, Андрей Книга с татуировкой на груди. В желтых шортах, да. Чтобы было понятно. И Артем Лебедев в черных шортах. Знаешь, я вижу некую такую уверенность в глазах Артема Лебедева. У него такое выражение, знаешь, уверенности, подготовки, какой-то заряженности. Но Андрей Книга, если так не выглядит, то действует так. Но он ушуист, Андрей Книга. Посмотрим на его умения. Отличалась у него манера работы в стойке. Вот пока ребята пытались приноровиться друг к другу. Вот сейчас Лебедев работает у сетки. Не знаю, насколько он хорош в тейкдаунах. В борьбе пытается провести тейкдауна и перевести своего соперника в горизонтальное положение. Чемпион республики по панкратиону. Чемпион республики, да, Беларусь по панкратиону сопротивляется. Так и есть тейкдаун. Вот ты не зря сказал все-таки про уверенность Артема Лебедева. Выглядит он пока перспективнее. И посмотри, явно он рассчитывает на досрочную победу в этом поединке. Да, он пытается связать Андрея Книгу. Андрей Книга, он, знаешь, представитель ушу саньда. Это все-таки, как ни крути, наверное, больше ударная техника. Это да, да, это прежде всего рукопашник. Ну и я думаю, что не секрет это и для нас был. Ну, а Артем Лебедев потерял позицию. Хороший свайп от Андрея Книги. Классно перевел он позицию. А вот насколько он умеет действовать дальше, и покажи мне свою дзюдзюцу. Болевой был заход Артема Лебедева, не стушевался, он не просто позиция, да, и тейкдаун уже, смотрите, от Андрея Книга разогрелся. Очень красивый. Парень пытается он получить, так не отдать первый раунд своему оппоненту, потому что мы уже думали, что Лебедев собирается заканчивать досрочно. Как картинка быстро поменялась. Да, это турнир BFC, здесь может произойти все. Мы помним, мы здесь помним громкие поединки, неожидаемые концовки поединков. Мы здесь видели многое. Вот и сейчас снова картинка меняется. Артем Лебедев пытается доминировать сверху. Панкратион берет свое, так скажем. Да, все-таки панкратион, соревнования по панкратиону во многом похожи на соревнования по смешанным единоборствам, по ММА и по правилам, только они там в форме, да, выступают. Поэтому, ну, конечно, когда ты в шортах и в перчатках, это немного другое, но грипп другой, да, то есть невозможно соперника где-то прихватить за куртку или что-то еще, за рукав, более скользкое тело, это сложнее выступать по смешке. Но, с другой стороны, тоже хороший опыт, да, который поможет тебе и в панкратионе. Ты более уверенно себя будешь чувствовать. Вот посмотрите на ground and pound. Выходит тем временем у нас Артем Лебедев. Отдает таки Книга, да, свое... Руслан Колодко. Свое доминирование. Пытался он противостоять сопернику, но тяжело сейчас Андрею Книге. Не находит он ничего другого, как прижиматься к своему сопернику, и просто начинает осыпать град ударов Артем Лебедев на своего соперника, чтобы показать рефери, что пора заканчивать этот поединок. Может быть, это так и есть. А Книге нужно защищаться активнее. Прижимается он к поясу. Ну, где же его знаменитый свайп? Особого урона эти удары, я как понимаю, не нанесли, но тем не менее очень эффективно со стороны выглядит, но доминирование явное. Ну да. Олег, рефери у нас опытный. Олег Меляков, конечно же. Работал на UFC, поэтому он знает толк в судействе.
стоит, ждет. И сейчас примет решение буквально. Вот мы видим, принял решение. Все-таки останавливает поединок, да. Оно все к тому, Саш, шло. Тут уже ничего не поделаешь. Оно было заметное преимущество Артема Лебедева. Андрею книги отдать надо должное. Он пытался. И явно у него иногда даже получалось поменять ход поединка. Но что-то не... Немножко не хватило. Немножко все-таки не хватило. Итак, официальный вердикт. Ну, уважаемые дамы и господа, давайте подарим максимально громкие овации нашим бойцам! И, внимание, результаты! Досрочную победу техническим нокаутом, время остановки боя 4:23 в первом раунде, одерживает Артем Лебедев! Да, похож чем-то Лебедев на Домковского, да, чуть-чуть. И опять мы видим, ну, так уж сегодня складывается турнир, уж простите. Academy MMA сегодня доминирует. На... Школа серьезная, тренерский штаб серьезный, поэтому тут... Их бойцы сегодня в шоколаде. Ну и еще раз нашему вниманию вся красота повторов этого поединка, если вы что-то упустили. Да, Артем Лебедев, вот, видим, взял... пытался взять на болячку. Но Андрей Книга, мы видим на повторах, но он молодец, действовал уверенно. В каких-то моментах даже чересчур уверенно, даже, можно сказать, забирал поединок. Но мы видели, чем это все закончилось. Ничего страшного. Желаем Андрею Книге хороших выступлений. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, если вы готовы продолжать, дайте еще шуму, дайте аплодисментов. Все бойцы вас слышат. Они максимально сегодня заряжены, и каждый из них сюда выходит для того, чтобы победить. Друзья, пятый бой нашего турнира. Бой по правилам ММА. В полусреднем весе до 77,1 кг. Три раунда по 5 минут. Поприветствуем боец синего угла, Республика Беларусь, Андрей Хазуев! Боец красного угла из Бахрейна, Шамиль Гимбатов. Итак, соперник Андрея Козинца, Шамиль Гимбатов на ваших экранах. Это боец из Бахрейна. Сам он родом из Дагестана. Представляет Бахрейн. Рост его 173 сантиметра. Рекорд также 0-0 в профессиональном ММА. У него дебют, так же, как и у его
партнером по клетке Андрея Козинца. Ребята будут выступать 3 раунда по 5 минут. Весовая категория в поединке 77 килограмм. Отмечу, что Шамиль Гимбатов является победителем контентер, турнира контентер BFC, который лига наша проводила. И это среди проаматоров. А также Шамиль Гимбатов является финалистом чемпионата мира по ММА среди любителей в 2018 году. Итак, профдебют, клетка BFC. На турнирах BFC многие могут заявить о себе, проявиться и начать первые шаги, чтобы потом оказаться где-то высоко. Желаем удачи бойцам. Итак, уважаемые дамы и господа, бойцы готовы, с удовольствием еще раз представлю. Боец синего угла, 24 года, 190 сантиметров рост, Республика Беларусь, Андрей Козинец. Его соперник в красном углу, бойцу 28 лет, рост 173 сантиметра, из Бахрейна, Шамиль Гимбатов. Рефери в октагоне Олег Миляков. Клетка захлопнулась, и такое молчание на прайм-холле, да, все в предвосхищении этого, поединка. Андрей Козинец из Беларуси, Шамиль Гимбатов из Бахрейна, представитель Дагестана, ну или Бахрейна, сам парень из Дагестана. Видели мы его и на Fight Nights AMC, и на турнире крупном, который проводился в Казани. На чемпионат Европы по смешанным единоборствам парень опытный. Конечно, не завидую я сейчас Андрею Козинцу со своим сухим рекордом. Ну и явно, если соперник, то есть Шамиль Гимбатов из Бахрейна, представитель дагестанской школы, то мы должны увидеть борьбу. Мы должны увидеть всю красоту дагестанской борьбы. Я вот пока еще жду. И засекаю время, когда будет проход в ноги. Ой, вот, а вот, собственно, да, и проход в ноги началось. Ну, смотрим. Все верно. Тут может только взять какой-то верх Андрея Козинца, как молодость может. Потому что, судя по тому, как выглядит картинка, вот Саша, смотрим, ну, Шамиль Гимбатов, он и постарше на 4 года, ему 28 лет, и выглядит он немножко как-то поуверенней. И в бойцовских качествах поувереннее. Ну вот и так. Бороть будет явно своего соперника. Посмотрите, что он делает. Выходит на такое удушение, да, через плечо, чисто... Да, забегание тут сейчас. Да, да, да. Крестом и... сложно, сложно. Но Андрею Козинцу надо провести этот поединок, знаешь, красиво, достойно. Это дебют, надо показать. Ты хотел сказать, проиграть достойно? Или... Да, ну а почему? Даже если и проиграть, то достойно. Ну, да. Но пока будем говорить провести. Как там будет дальше, пусть бой покажет. Вот смотрите, выключает правую руку сейчас Шамиль Гимбатов. Да. Да, очень грамотно действует в борьбе, вся красота борьбы. Посмотрите, как против часовой стрелки он соперника качает, чтобы тот ничего не смог сделать. Вот сейчас наконец-таки поставил колено на плечо, выключил правую руку, не дает сопернику защищаться, набивает, собственно, футбольный мяч Андрея Козинца, который превращается в такой, знаете, обогряется или становится красным. Ну а что? Полусредний вес все-таки уже, а полусредний вес это 70 до 77 килограммов. Посмотри, как Шамиль, как в шахматах, да, потихонечку. Да, он полностью читает своего соперника. Когда он растянул. Как питон. Сейчас распятие и ликвидировал две руки. И все. Да, ну, неудивительно, что Шамиль Гимбатов как рыба в воде в этом поединке. И в борьбе он чувствует себя. Но Андрей Козинец, как только пытается прижаться к своему сопернику, сразу же считывает это Шамиль Гимбатов и делает следующее техническое действие. Вот сейчас он повторяет опять, ну, то же самое, что делал до этого. Правую руку надо выключить. Вот, коленом наконец-таки выключает правую руку. И соперника он обездвиживает и доставляет ему очень много неприятностей.
Да, тут не хватает опыта Андрею, это налицо. А у Шамиля опыта очень много. Он разбивает уверенно соперника в партере. Ну, не знаю. Олег Меляков внимательно следит за ситуацией в октагоне. Если еще и сейчас спину отдаст, то вообще надо брать билет в Дагестан. Для того, чтобы на сборы тренироваться там в каком-нибудь махачкалинском клубе. Может быть, Горец, может быть, другой клуб. Ну, а с парнями, которые понимают, что они делают в борьбе. А Шамилю этот поединок надо, знаешь... Ground and pound тем временем. Да, надо ему провести грамотно, красиво. У него есть возможность поработать с молодым. Он, наверное, чувствует свою силу. И здесь надо, может быть, попробовать какие-то свои наработки. Там при его дебюте видно, что опыт у него на голову больше. То и на две. А поэтому тут все, Олег принимает решение остановить бой. Ну, поздравляем как бы с дебютом Андрея Казанца на Шамиля Гимбатова с победой. Да, дебют бывает и таким. Ну, что сказать, конечно, разница в опыте чувствуется. Да, отдать должное Андрею Казанцу, он, знаешь, ну, молодец. Молодец, вышел. Я вчера на взвешивании, Александр, обратил внимание на эту пару. И я еще вчера предчувствовал и видел примерно вот такой исход. Но, тем не менее, знаешь, ну, они должны были выйти, должны были подраться. Андрею Казанцу, да. Ну, ничего, бывает и такое. Но, вы знаете, действительно, смотря на рекорд этих парней, смотря на историю, у Шамиля Гамбатова намного больше опыта. Итак, уважаемые друзья, время остановки боя 4 минуты и 8 секунд. Техническим нокаутом победу одерживает представитель из Бахрейна Шамиль Гимбатов. Вот здорово, когда бойцы с уважением относятся после поединка. Это дорогого стоит. Подраться одно, а как завершить отношения, это другое. Ну вот мы смотрим на повторе, как с первых секунд Шамиль прошел в ноги, провел тэкдаун, блокировал обе руки и медленно, монотонно доделал свою работу. Андрей Казанец выживал как мог, пытался как-то противостоять своему более опытному и взрослому постарше сопернику. Ну, как есть. Дорогие друзья, но сейчас хотел бы вас попросить поаплодировать с настоящим профессионалом нашей команде судей. Давайте похлопаем. Потому что благодаря их работе бойцы остаются целыми, невредимыми. Ну и, конечно же, честность за вами не постоит. Еще раз аплодисменты нашим судьям! Спасибо, спасибо. Итак, мы готовы продолжать. И на очереди шестой бой нашего турнира. Пройдет по правилам кикбоксинга. Полулегкий вес до 67 килограммов. Три раунда по 3 минуты. Боец синего угла. Китайская Народная Республика. Шэн Хайян. Ну а если вы сомневались в статусе нашего турнира, то вот вам Беларусь, Китай. Действительно, международный поединок, который нас ждет в полулегкой весовой категории по правилам смешанных единоборств. На ваших экранах представитель Китайской Народной Республики Шэн Хайян. 20 лет этому парню, достаточно рослый для представителя Китая, 183 сантиметра ростом. И будет он противостоять Роману Алферовичу из Республики Беларусь, который... Ну, также, можно сказать, дебютирует на просторах BFC. Полулегкий вес. Шэн Хайяна я нигде не видел. До этого для него это также первый поединок. Для него это важный поединок. Ну и я надеюсь на интересный исход боя. И как минимум мне любопытно посмотреть за этим парнем. Китайцев в BFC пока что немного. Ну и Шэн Хайян один из первых. Представитель Республики Беларусь. Роман Альферович! Ну а
Романа Альфировича мы видели, несмотря на то, что у него рекорд 0-0 в профессиональном кикбоксинге у Кайван, он выступал уже по ММА. Роман Альфирович двукратный победитель турнира «Контендер» BFC лиги, которую мы проводили. Ему 23 года, он на 3 года старше своего оппонента. 178 сантиметров рост, рекорд 0-0, как я сказал, в профессиональном кикбоксинге. Итак, бойцы проведут 3 раунда по 3 минуты. Поединок пройдет в весовой категории до 67 килограмм. Вы слышите, как зрители здесь приветствуют нашего бойца. У него поддержка довольно-таки неплохая. Роман Альфирович, представитель клуба Golden Victory. Город Осиповичи. Мы недавно видели уже представителей этого клуба по боям ММА. А сейчас видим бойца по К1. Я говорил про Осиповича. Это Денис Гончаренок, заслуженный мастер спорта по тайландскому боксу. Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта по муэй-тай. То есть Осиповичи славятся своей ударной техникой. И вот на ваших экранах Роман Альфирович, герой с этого города, представитель клуба Golden Victory, проведет свой международный поединок. Несмотря на то, что это дебют, но статус международный, с представителем Китая Шинкай Ян. BFC 72, Минск, Prime Call, прямая трансляция. Присоединяйтесь. Итак, дамы и господа, знакомимся с бойцами. В синем углу боец 20 лет, рост 183 сантиметра, Китайская Народная Республика, Шинкай Ян. Его соперник в красном углу, бойцу 23 года, рост 178 сантиметров, белорусы, приготовьтесь. Боец представляет нашу страну, Роман Альфирович. Рефери в октагоне Иван Павличук, пожалуйста. Итак, К1, 3 раунда по 3 минуты. Рефери в ринге Иван Павличук, в прошлом чемпион, наш выдающийся спортсмен, сегодня хороший тренер и грамотный судья. Итак, поединок. Смотрим дебют. Роман сразу же встречает с рук высокого на голову оппонента из Китая. Да, интересно то, что представитель Китая выше представителя Белоруссии. Я напомню, что рост Шинкай Яна аж 183 сантиметра. У него длинные рычаги. Посмотрите, какие. Альфирович, конечно, уступает немного по габаритам и по росту, и по рычагам, но взрывной довольно парень. Тем более победитель BFC Contender Series. И вот, видимо, его сейчас в K1. Хорошие двойки, немножко размашисто, но... Но с левой попадает. Да, левой попадает Альфирович, и хорошие лоу-кики выцеливает. Да, тут надо быть пособреннее немножко Шинкаю Яну. У него руки разбросаны, и Роман довольно часто попадает в подбородок. Так можно увидеть нокаут в кикбоксинге у нас, ну, да, сегодня. Вот, а, собственно, Романа Альфировича мы видели на BFC 69. Если кто следит за нашими турнирами, вы должны помнить. Тогда, собственно, Андрей Сколыш проиграл Юрию Суцуку по кикбоксингу. И вот увидим мы сегодня Андрея Сколыша опять, но уже в поединке по ММА. Пропускает Роман? Пояс. Да, китаец-то отвечает, собственно. Разошелся, я тебе скажу, Ян. И уже вторая атака довольно успешная для представителя Китая. Размашисто, неплохо, но и достает и Альфирович. Да. Ну, видно, дебют. Ребята еще будут набираться опыта с годами, с боями. Но сегодня мы видим такой, ну, дебют. У обоих дебют. Тестовый поединок. Да. Им самое главное провести его как можно грамотнее, красивее. Или если проиграть, то красиво. Если выиграть, то красиво. Вот, смотри, как разошелся представитель Китая. Им, и что, и молодец со своей размашистой работой. И доминирует, идет вперед, пропускает. А почему бы и нет? Он пользуется своей антропометрией. У него длинные руки. Да, у него нет такой скорости, но руки-то длинные, ноги длинные. Попал. Да, немного, вот я не помню, немножко со спины стоял сейчас Альфирович. И что же произошло с китайцем?
Сейчас Иван примет решение. Увлечук нет. Все-таки пробил по корпусу Роман Альфирович, выиграл. Да, вот да. Дебют кикбоксинга. Это был удар по корпусу, да? Сейчас повторим, мы все увидим. Давайте посмотрим. Как-то так незаметно получился этот удар. Стоял спиной Роман, но выиграл таки этот поединок. Да, но нужно отдать должное представителю Китая. Хорошо он проводил этот поединок, бодро. Показывает что-то на колено, тут якобы травма. Сейчас мы на повторе посмотрим. Такой, знаете, контендер сириас по кикбоксингу у нас получился. Почему бы нет? Альфирович, конечно, более взрывной. Он чувствует хорошо дистанцию. Шинкай Ян такой более размашистый, более расслабистый. Друзья, давайте подарим аплодисменты бойцов Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. Итак, внимание. Остановка боя в первом раунде 2 минуты 20 секунд. И техническим нокаутом одерживает победу Роман Альфирович! Республика Беларусь. Вы там кричали «Роман, красавчик!» Еще раз, девчонки. Много сил осталось у Романа Альфировича. В первом раунде закончил поединок. И видно, энергии хватает. Посмотрим повтор, что там произошло. Да, тот самый удар хотелось бы увидеть. А может и несколько ударов. От начала поединка тут. Роман переходит уже. Вот, левое колено по печени. Да, колено в печень пошло. Да, вот оно. И знаете, такая отложенная боль была. Ну, конечно, тяжело. А, этот спазм печеночный, он схватывает не сразу, там, секунды, а потом острая боль и ожог. Международный турнир BFC 72 продолжается. Нас ждет седьмой бой. Он пройдет по правилам ММА. Полусреднем весе 77,1 кг. Три раунда, друзья, по 5 минут. Встречаем боец синего угла. Беларусь, Владислав Бакури! Встречаем мы молодого парня из Беларуси, Владислава Бакурина, которого вы видели, может быть, на Gorilla Series MMA 30-м выпуске, на MMA Series 6 Time of New Heroes. Молодой перспективный парень, вышел, кстати, на замену, на коротком уведомлении, за что мы его тоже уважаем. Мы ему отдаем должное, и вы должны об этом помнить в ходе этого поединка. Я напомню, что это уже седьмой поединок нашего карда. Это средний вес, и вместо Евгения Ефремова из России выйдет, собственно, Владислав Бакурин из Беларуси. Ну, а противостоять ему будет более чем серьезный соперник из Афганистана Самир Мирзаев. Интересно, что же сулит нам это противостояние. Ну, а собственно, на коротком удавлении вы видите этого молодого, симпатичного, голубоглазого парня из Беларуси. И, ну, надо отдать должное. На коротком удавлении не каждый может выйти. Поэтому посмотрим, пожелаем ему только удачи. Ну, а сейчас встречаем его соперника, боец красного угла. Представитель Афганистана Самир Мирзаев. Очередной международный поединок. Седьмой по счету по ММА. Полусредней весовой категории 77 килограмм. Итак, соперник Владислава Бакурина на ваших экранах Самир Мирзаев, Афганистан. Ему 27 лет. Рост его составляет 184 сантиметра. Рекорд сухой 4-0, уважаемые телезрители. И против него на коротком уведомлении выходит Владислав Бакурин. Да-да-да, должное, которому 20 лет, но тем не менее. Итак, Самир Мирзаев, Афганистан, международный статус поединка. Мы видели
Самира Мирзаева на поединках Аса. Мы видели Самира Мирзаева на поединках AMC Fight Nights, выступал и везде добывал победы. 4 поединка выиграл, 2 из них досрочно, 2 довел до решения. Итак, посмотрим, что покажет он на подиуме, на ринге BFC. Всегда приятно смотреть опытных спортсменов. Пусть напротив Самира Мирзаева будет Владислав Бабурин с меньшим опытом на коротком уведомлении, но тем не менее посмотрим. Уважаемые дамы и господа, давайте познакомимся. Представляю вашему вниманию бойца синего угла. Ему 20 лет, рост 185 сантиметров, рекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение, Республика Беларусь. Владислав Багурин! Его соперник в красном углу, бойцу 27 лет, рост 184 сантиметра, рекорд 4 боя, 4 победы. Афганистан! Самир Мирзаев! Рефери в октагоне Олег Миляков. На середину. Правила знаем, не нарушаем, внимательно слушаем мои команды. Пожали руки, разошлись по плану. Да, не просто придется нашему парню сейчас противостоять, ему будет более чем опытный соперник Самир Мирзаев из Афганистана. Между прочим, видели мы Самира Мирзаева, да, правильно ты сказал, на просторах Ахмат чемпионшипа ACA, на просторах BFC в том числе. Напомню, что на BFC 71 прошлого выпуска выиграл он у Евгения Гладышева. Также участвовал Самир Мирзаев на Baltic Bear Fights, где победил Юрия Леонова и так далее. На Road to BFC Contender Series парень выступает активно. Парень набирает опыт. И посмотрите, как он кидается на своего соперника. Не хочет он драться все 3 раунда. Хочет он закончить этот бой досрочно. Тейкдаун со стороны Мирзоева. Да, видно доминирование Самира невооруженным глазом. Идет, да, но на победной серии из 4 поединков Самир. Тут тяжело, да, конечно, придется Владиславу Багурину. И вы сейчас это видите. Тяжело ему приходится в борьбе. Находится он в положении снизу. Защищается он от прохода Мирзоева. Мирзоев пока ждет. Посмотрим, что он сделает. Да, ground and pound он делает. А я повторюсь, знаешь, как в таких поединках надо достойно выступить. И даже если Владиславу Багурину сейчас сложно, ему надо просто как-то достойно. Ну, знаешь, не получается. Такое доминирование, такой опыт и, наверное, уровень, что 5-0. Мы видим, как творится история, как бойцы растут. И Самир Мирзаев, Афганистан, одерживает победу. Победно вскакивает на Да, празднует Самир Мирзаев победу. Видите вы флаг Афганистана. Довольны все представители этой страны, которые сейчас присутствуют на прайм-холле. Очередная победа. Ну, а Владиславу Багурину нужно отдать должное. Вышел этот парень на коротком уведомлении. Тяжело ему было в октагоне. Ну, и с таким соперником серьезным, с рекордом 4-0, сухим, с 4 последними победами, тягаться ему было, ну, практически никак. Друзья, давайте еще подарим аплодисменты нашим бойцам. Время остановки боя в первом раунде 1 минута 24 секунды и победу техническим нокаутом завоевывает Афганистан Самир Мирзаев! Всех приветствую! Всем салам алейкум! Ребят, благодарю всех, кто приехал поддерживать моего старшего брата Ахата. Ахат, спасибо, что ты приехал. Мой менеджер. Вахид, брат. Афганистан! Зитас Раминарин! Зима Хайста Дувлад!
Всем спасибо организации BFC. Я просто восхищен организацией, как это все происходит. Я вас всех люблю, уважаю. Мир во всем мире! Посмотрим повтор, как Владислав проиграл, а Самир Мирзаев поддержал свою пятую победу и ни одного поражения. Я думаю, что мы его скоро увидим. Возможно, даже руководитель лиги Максим Корольков услышит и увидит, может быть, предоставит ему титульный шанс. Пройдет по правилам кикбоксинга в полулегком весе 67 килограммов. Три раунда по 3 минуты. С удовольствием приглашаю бойца синего угла, представитель Беларуси, Максим Рашоле. Итак, первый реванш сегодняшнего карда, а сегодня у нас их будет несколько. Поединок состоится между Максимом Безумным Максом или Мэд Максом Рашоевым и Александром Лысым Хищником, но не Магомедом Потапенко. Их предыдущая встреча закончилась тем, что Потапенко держал победу над Рашоевым по очкам, хотя Максим был, ну, действительно не согласен с этим судейским решением. И я надеюсь, что этот поединок будет полон напряжения, поскольку оба бойца стремятся доказать свое превосходство. И парни уже взрослые. Вот Макс Рашоев, 30 лет, взрослый парень, в хорошей форме. 170 сантиметров его рост. Рекорд 0 побед, 1 поражение. То самое поражение от Александра Потапенко. Поэтому реванш, я думаю, что будет интересным. Интересно будет посмотреть за ним и вам. Ну и парни настроены. Рашоев, как минимум, настроен поквитаться с Потапенко. Ну а что с этого получится, мы с вами увидим. Шуму Максим Рашоев! Встречаем его соперника, боец красного угла, Республика Беларусь, Александр Потапенко! Ну что, уважаемые телезрители, реванш! Максим Рашоев в клетке, а к нему выходит Александр Потапенко, бойцовское прозвище «Маленький лысый хищник». Правильно, Саша, мой коллега сказал, это не мага. Исмаилов. Да, это наш белорусский маленький лысый хищник, которому 42 года, рост 173 сантиметра, рекорд его в кикбоксинге 3-1, 3 победы, 1 поражение. Бойцы будут драться по правилам К1, 3 раунда по 3 минуты, весовая категория до 67 килограмм. Саша сказал уже, как проходил история их поединка. Да, в равном поединке судьи отдали предпочтение в прошлом бою маленькому лысому хищнику Александру Потапенко, который на ваших экранах. И лига BFC приняла решение дать этим воинам, достаточно возрастным, которые являются неким украшением этого турнира, возможность реванша. Посмотрим. Ну что, друзья, давайте подарим аплодисменты двум зрелым бойцам, профессионалам. Итак, давай, разрешите представить, минуточку. Давайте знакомиться, боец в синем углу. 38 лет, рост 170 сантиметров. Рекорд 1 боя на поражение Республика Беларусь. Максим Безумный Макс Рашоев!
Его соперник в красном углу, боец 42 года, рост 173 сантиметра, рекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение, Республика Беларусь, Александр Маленький Лысый Хищник Потапенко! Рефери в октагоне Александр Володько. Ну а что я хотел сказать? Обратите внимание, парни возрастные, 39 лет, 42 года, а в какой они хорошей форме. Вот как надо проводить, так сказать, зрелый возраст, заниматься кикбоксингом, заниматься спортом. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Какой крутой показывают пример эти мужчины. Эти молодцы. Зрелые мужчины, да. И пока Александр Черногузов стоит в очереди за шавермой, Алексей Самосейко ходит в клуб Чинуки, набивает грушу. Конечно, и набью потом Самусевичу. Бубен. Так, первый раунд реванша. Бойцы знают друг друга. Хорошо знают, да. Хорошо знают. Собственно, Александр Потапенко в синих шортах. Не такой уж и маленький, не такой уж и хищник. Ну, или хищник, но не маленький, я уже не знаю, решайте сами. Ну, и Макс Рашоев настроен на этот поединок. Как минимум, посмотрите, какие колена и оверхенд от Мэтт Макса. Предупреждает его рефери, что нужно не быковать, не бычковать, да. Александр Володько делает предупреждение за захват. Захват, да, именно такой, знаете, уличный стиль у Макса немножко получился. В К1 нельзя захватывать. Да, нельзя прихватывать, это факт. Но посмотрим, чем кончится поединок этих мужчин. Я тебе скажу, что Александр Потапенко потихоньку не понимает, что-то Максим немножечко вырос или немножко или подготовился получше. Но... Хорошая подготовка у Максима Рашоева. Видно, работал он очень усердно перед этим поединком. Я тебе скажу, что мы в одном зале тренировались. В Чинуке? Нет, в Мопсе. Мопс. Я тебе скажу, что Чинук и Мопс – это спортивное братство. Они сейчас объединились, и спортсмены готовятся вместе. А я думал, даже где-то конкурируют? Нет, сейчас их назвать можно, знаешь, как родными братьями – Мопс и Чинук. Это спортивное братство возглавляет один человек, наш легендарный боец Олег Пилатов. И он объединил под своим руководством два клуба – Чинук и Мопс. Сергей Иванович, как мы знаем, долго возглавлял Чинук. Чинук, да. Он сейчас отдал борозды правления Олегу Пилату и вот пропускает, видели, Максим Рашоев во встречу левый хук. Это хорошо, правый еще не пропустил. Но Потапенко, так знаешь, с высоты возраста 42 года, как опытный воин, привык работать, не привык, а выбрал сейчас тактику второго номера. Ловить. Может быть и правильно. Молодого горячего. Да. Молодого с горячей кровью. Ну и кличка, собственно, обязывает Мэд Макс, который заводит сегодняшний поединок, а Потапенко его встречает. Ну, неплохо Александр тоже и обороняется. Тут кто будет точнее, посмотрим. Да и энергии уже у парней как хватит. Все-таки полминуты осталось работать. Как тебе первый раунд? 50-50 или кого-то ты, может быть, отметишь? Я бы, наверное, отметил все-таки Рашоева, как он идет первым номером, более напористо. Его поражение в первом поединке настолько задело, что он пахал с такой отдачей и все время твердил: хочу реванш, хочу выиграть, хочу отыграть. Я и первый бой выиграл, я не думаю, что проиграл. Поэтому, знаешь, при всем уважении к Саше Потапенко, но тут Рашоев, он, ты знаешь, он, я смотрю на него, видя в зале и видя здесь, он идет на злость, он идет на желание выиграть. Там, им сейчас мотивирует нечто внутреннее, а не физическое. Вот. Ну, это интерес. И на самом деле этот интерес должен выливаться в классный поединок. Посмотри, у Рашоева разбит нос, но это следствие того, как его встретил Александр Потапенко. А на самом деле хорошо, что этот реванш и желание победить, доказать и не оставить иного выбора судьям мотивирует Мэд Максом. Это классно, это двигает его вперед. Но неплохо где-то его в некоторых моментах и проваливал, и встречал Александр Потапенко, согласись. А он как бы немного работает, но четче. Четче, тонко, да, более акцентированно. Ну и я напомню, что Потапенко 42 года, Мэд Максу Рашоеву 39 лет. И какая хорошая у парней форма. Вот мы видим на майках, когда Мопс Джим. Хотите Мопс Джим, хотите Чинук, куда хотите, туда идите. Главное, ходите на тренировки. Здорового образа жизни. Подарим аплодисменты. Поддержка. Максим Рашоев, Александр Потапенко. Второй раунд.
Поддержка у Максима Рашоева, Юрий Жуковский, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Это много о чем говорит. Которого мы видели самого в этом октагоне еще несколько лет назад. Да, парни выступают, достойны уважения. А кто знает, может, Жуковский еще и придет к нам на BFC. Да и если парни, он до 42 боксирует, да, на наших глазах. Может быть, победитель этой пары и на Жуковского выйдет. Кто там знает, почему бы и нет. Ветераны у нас сейчас выступают. Достойно, достойно проводят бой. Я хочу сказать, только уважение, только заслуженная победа кому-то из них достанется. Ну и задача Макса Рашоева доказать, что он сегодня лучше. Такие поединки нужны, Александр, потому что они показывают возрастному поколению, что не все потеряно. Не надо расстраиваться, отчаиваться, а надо вот сюда смотреть, ходить в зал. И при желании можно боксировать. Мне 45 лет, и я сам хочу выйти на ринг, подраться с Денисом Самусевичем, но он что-то коптится и заднюю дает. Ну, что говорить о вот этих малолетках, так скажем. Ну, да, я наблюдал за твоим, скажем так, развитием событий в интернете, в Инстаграме с Денисом Самусевичем. Это было интересно. Мы наконец-таки раскачали поп ММА в Беларуси. Я уже был в предвосхищении. Думаю, когда-когда, когда появились новости, что это будет в июне, я думаю, о, это вообще будет пушка-бомба. Но, к сожалению, не знаю, переносится ваш поединок на сентябрь или нет. 22 сентября. А будет ли? А еще неизвестно. Денис, ну, давайте надеяться. Денис скользко себя ведет. И если не он будет, то выйду с другим бойцом. Тут хватает. Жуковским. Жуковский другая весовая категория. Мы, знаешь, я тебе хотел бы по Максиму сказать, что он, по-моему, набирает обороты своей вот этой настырностью. Хорошо. Характером. Вопрос себе. Как кикбоксеру или тайбоксеру, против кого из этих соперников ты бы вышел? Ну, это другая весовая категория. Вот чисто теоретически. Ну, с любым, конечно. А с Потапенко вышел бы? Конечно. Просто что 70 килограмм, и я 110. Ну, Потапенко 5. Покушает хорошо. Нет. Или ты похудеешь? Нет, тут есть... И встретитесь на 80. Я все-таки даже жду Самусевича порвать, чтобы он ответил за свои слова, чтобы он приземлился немножко, и чтобы поп ММА в Беларуси стартовала. Возродить. Да. И, наконец-таки, завершить, как нужно. Я тебе скажу, что... Много лет назад Сергей Иванович проводил на турнирах проект «Рубаха-парень». Это тот же аналог поп-ММА, где выходили драться блогеры, актеры, артисты, певцы. Это было хорошее, клевое, правильное направление, медийное, и здоровый образ жизни качало. Сейчас, к сожалению, этого нету. Поэтому, но, тем не менее, в России поп-ММА набрало сумасшедшие обороты. В Беларуси это имеет право жить. А на ринге мы видим страсти, мы видим и уважение, как друг друга метелят пацаны. Саша Потапенко пропускает, Максим поточнее, ну и Максим сам выдохся. Немножко вымахался за первый раунд. Да, вымахался ему. Но в первом раунде он не так начал активно свой поединок, как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз в первом раунде он точно сдох. И из-за этого, возможно, он проиграл. Поэтому сейчас он тактически поединок построил правильно. Первый раунд особо не летел. Летел, да, в атаку. А сейчас второй и третий раунд. Ситуация может поменяться. Паттерн боя, так сказать. И Рашоевский-то вот этот оптимизм может и сдуться, если у Потапенко останутся силы. Тут уже, знаете, в этих финальных раундах играет все, сколько сил останется у парней. Играет та самая подготовка, кардио, выносливость, велотренажер и так далее. Ну, вы все поняли. Потому что сил на 3 раунда по кикбоксингу, ну, попробуйте вы в 42 года выйти и побоксировать против активного соперника. Даже неважно, сколько тебе лет. Достойным бойцам. Только аплодисменты, только уважение этим парням. Бойцу, ну и, конечно, третий раунд прямо сейчас. Третий раунд, и ты знаешь, у меня складывается впечатление, что кто выстоит в этом раунде или кто перевесит в этом раунде, тот может и забрать бой. Только хотел сказать, Саш, ты сказал, это решающий раунд именно в этом поединке. Мы думаем с тобой абсолютно в одном направлении, и это решающий раунд, и тем интереснее за ним наблюдать. Я напомню, Александр Потапенко, Максим Рашоев. Максим Рашоев вот в черных шортах, Александр Потапенко в синих. Да, Саш Потапенко чувствует, что чуть-чуть проигрывает. Так, что у нас здесь? Рассечение.
доктора. Угу. Александр Волоктько, рефери, приглашает в клетку рефери. Оба с разбитыми носами. В первом раунде больше это получил это Максим упорство. Рашоев. Да, Потапенко во втором раунде таки получил. Опустил низко ручки и долетели удары. Саш, пока пауза, вот думаю, знаешь, на досуге, может, нам с тобой побоксировать? Комментаторы, одна весовая категория. Ну да, интересная тема. Походить на сентябрь, раскачать и это побоксировать. Как мы будем, как братья Тарасовы с тобой, знаешь, да. зажигать. Кто так, кстати, мы общаемся, если ребята смотрят нас, Корней, Тёма, большой привет, Бразес, молодцы, смотрим за вами, вы за нами, молодцы, здорово, классно, большой вам привет, наши бойцы, ведущие ПОП ММА. Но мы возвращаемся. Мы же должны нести здоровый образ жизни в массы, а кикбоксинг – это отличная тема, отличная. Максим как-то поточнее, вот знаешь, он увидел сейчас, что подранил своего соперника, и это его как-то, знаешь, воодушевило. Да, и мешает, не дает дышать нос обоим, я думаю, соперникам. Кровь течет, видите, постоянно они ее смахивают, нету, заливает она органы дыхания, и тяжело, тяжело парням. Посмотрите, как выкладываются парни, чтобы показать это шоу, настоящие гладиаторы. Саша Потапенко, знаешь, такая old school, старая школа, ручки выше и только вперед, и идет руть. Нос разбит, а он, посмотри, он руки текущий, повыше. Выше через рот, да. Вперед. На волевых эти парни действуют. Хорошо раздергивает Потапенко Рашоева. Рашоев уже подопустил немного руки, тяжело, Максу тяжело. А у Потапенко бокс хорош, посмотри, как накидывает справа. Да. Полраунда остались, такие решающие вот эти полторы минуты. На волевых парни идут. Минута 30. Да, Потапенко вот. Лучше. Потапенко сильнее. Посмотри, потом больше. Забирает как бы концовку. Но зал болеет. Давайте, ребята, Рашоев, ты же хотел этого поединка. Нужно реванш давать. Соберись, Макс. Иди вперед. Нужно тоже отвечать. Потапенко хорош. Хорошие двойки. Собранность, акцентированность ударов. Передвигается он как-то полегче. Да. Есть такое, знаешь, у него и как-то и ноги по... Легкие ноги, молодые. Слышим секундантов. Посмотрите, как все залито кровью. Ну, настоящие гладиаторы. Да, рубка настоящая пошла. Вы посмотрите на Потапенко. Экватор нашего турнира, знаешь, восьмой поединок. Такой задался, конечно, на славу. Ребята. Кто хотел мясо, вот вам мясо. Да. Собственно, парни рубятся. Достойно показывают, как бы, ну, все. И силу воли, и характер. И знаешь, оба подраненные, оба... Молодцы, слышим такие подсказки. Да, хочется, чтобы поединок дошел до конца. Уже совсем чуть-чуть осталось, какая-то минутка. Но сами понимаете, парни уже вылили все друг на друга. Все, катманы сделали свое дело. Доктор сделал свое дело. Дали разрешение на бой. Александр Потапенко, Максим Рашоев. 30 секунд последнего. Ой, тяжелые эти 30 секунд. Тяжелые. Иван. И тот, кто заберет этот раунд, тот забирает этот поединок. И это будет Потапенко. Ну, извините. Нет, ты не согласен? Ну, я за Рашоева топлю, ты за Потапенко. Не, я не то, что топлю. Мне кажется, что, ну, Потапенко получше все-таки. А вот, смотри, пожалуйста, тебе прилетело получше. Максим тоже туда. Только Александр Володько рефери тут вовремя оказался. Не знаю. Достойный, конечно, бой для обоих соперников. Но мне кажется, Потапенко точнее. Это мое субъективное мнение. Никому не навязываю, но точнее его. Все. Ну, я не удивлюсь, если ничью дадут, Саш. Реванш состоялся, как? Ну, людям как понравилось? Как нравилось по людям? Люди в шоке. Мы с вами в шоке. Посмотрите на этих воинов, на этих гладиаторов. Одному 39, Рому 42. Друзья, давайте еще раз поаплодируем. Первая кровь, которая прямо сейчас мы Корольков увидели. Ну и, конечно, посмотрим. Достойные бойцы. Громче, 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 громче. Слушайте, а давайте подискутируем, будет что, победа или ничья? Я вот не знаю. Мы готовы. Ты говоришь, что может быть ничья будет. Мы, конечно, ну, не знаю. Вот подарите эти овации двум крутым, мощным парням. Давайте громче, громче, громче. Посмотрите, это
несмотря на возраст, реальные профи, очень круто боксировали. Согласитесь, похлопайте! Единогласным решением судей победу в этом поединке одерживает Максим Безумный Макс Рашидов! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ребята! Молодцы. Этот реванш состоялся, я это в шоке. Трилогия, Саша, это трилогия. Будет Александр третий поединок, Батарига. Я вот чувствую. Слушайте, но если есть Федоринчик с Чигилейчиком, то есть и Безумный Макс Рашоев с Александром Потапенко. Пожалуйста. Все, я в шоке. Ну, ждите трилогию, это точно. Минуту внимания. Не уходи, пожалуйста. В прошлом бою, в таком же накаленном бою, победил Александр Потапенко. В этом бою победил Макс Рашоев. Я думаю, все этого ждут. 22 сентября за пояс Лиги BFC, специальный пояс среди ветеранов, мы сделаем трилогию и выясним сильнейшего в этой паре. Так что, мужики, 22 за пояс и, конечно, специальный денежный приз. Всем добрый вечер. Спасибо тем, кто пришел поддержать меня. Я очень рад и благодарен вам. Без вас, наверное, не было бы этой победы. А также хочу сказать большое, огромное спасибо моей команде, которая проделала очень большую и сильную работу. Спасибо моему тренеру, Жуковскому Юрию Николаевичу, также Белановскому, друг, брат, спасибо, всегда рядом. Вот. Ну и всем, кто пришел, спасибо. Соперник красавчик, что не слился, спасибо. Хорошего вечера, хороших вам боев, прекрасного просмотра. Клуб МОПС! Клуб Чуйнук, совместное братство. Кто хочет поздороветь, привести себя в порядок, приходите к нам. Давайте еще раз поаплодируем Максу, Саше. И я так понимаю, что руководитель лиги хочет продолжения. Хотите ли вы увидеть еще один бой? Похлопайте, если да, отважных бойцов. Да, очень достойно. Ну и, конечно же, повторы этого великолепного боя на ваших экранах. Тут даже нечего комментировать. Нужна трилогия, нужно продолжение этого противостояния. Публика требует, бойцы готовы. Вперед! Это был настоящий сюрприз, такое, знаешь, украшение. Выход Максима Королькова. И объявление поединка за пояс. Они заслужили это. Здорово, красавцы, молодцы. Чем мы их и поздравляем. С BFC. Здесь, в октагоне, и вы знаете, так наблюдаю со стороны, смотрю, и мне кажется или нет, у нас на турнирах девчонок, девушек больше, чем парней. В любом случае, поаплодируем. Такие красотки. Знали бы, не заказывали бы софитов. Громче, громче. Всем дамам добрый вечер. Рада вас видеть. Ну, а мы, естественно, готовы продолжать. 9-й бой международного турнира BFC-72. Бой, который пройдет по правилам ММА. В полулегком весе 65,8 килограмм. 3 раунда по 5 минут. Боец синего угла. Представляет Беларусь Вячеслав Бузенков. Вячеслав Бузенков, 26 лет этому парню. Интересный боец. Ну, вы знаете, против после того боя, который закатили сегодня Мэд Макс Рашоев и Александр Потапенко, пока один, я думаю, сложно нас и вас будет удивить. Тем не менее, рекорд 0-1, 0 побед, 1 поражение, 178 сантиметров роста. Я, когда посмотрел на этого бойца, понял, что поражение его, ну, такое, знаете, достойное, потому что проиграл он 26 октября 2022 года Мурату Азербиеву на FTP-5. А я напомню, что Мурат Азербиев – это одна из звезд белорусского кикбоксинга, чемпион Европы в прошлом и очень-очень достойный соперник. Сейчас Вячеслав Бузенков будет у нас биться против Абдулманапа Магомедова из Бахрейна.
это уже бой по смешным единоборствам, не по кику. Ну, а как он пройдет, давайте с вами смотреть вместе. Встречаем бойца красного угла, представитель Бахрейна Абдулманап Магомедов. Итак, BFC 72, международная встреча по ММА. И мы встречаем Абдулманап Магомедов, Бахрейн. Ему 31 год, рост 175 сантиметров, рекорд у него 3 победы, 2 поражения. Бойцы будут драться по формуле 3 раунда по 5 минут. Весовая категория до 65 килограмм. Мы видим, как его сопровождает Шамиль Гимбатов, который уже одержал победу на этом турнире над Андреем Казинцом. А у нас 9-й поединок. И Абдулманап Магомедов, он является победителем открытого чемпионата Европы по смешным единоборствам. Весовой категории до 66 килограмм. И одерживал победу на турнире Старого Света в Италии в 2019 году. Да, я могу немножко перехватить твои мысли и дополнить, что Абдулманап, не путайте, не Нур Магомедов, а просто Магомедов, да, известная фамилия, конечно же, супер известная в мире ММА. Он профессионалом является с 2020 года. В 2021 году проиграл на стартовом турнире Brave FC, не заладилось у него тогда. Проиграл он ирландцу Глену Маквею. Родом парень из Дагестана, чемпион Европы по смешным единоборствам Азии. Ну и более чем серьезный соперник для Вячеслава Бузенкова. Смотрим. Итак, уважаемые дамы и господа, давайте познакомимся с бойцами. В синем углу боец, ему 21 год, рост 178 сантиметров, рекорд 1 бой, но поражение. Победитель Кубка Республики Беларусь по кикбоксингу. Чемпион Республики Беларусь по кикбоксингу Вячеслав Бузенков. В красном углу его соперник, 31 год, рост 175 сантиметров, рекорд 5 боев, 3 победы, 2 поражения. Представитель Бахрейна Абдулманап Магомедов. Рефери в октагоне Олег Маляков. Ну что ты скажешь, Александр? Я скажу, что после предыдущего поединка октагон промок. Понимаешь, он потом пошел от того, что закатили безумный Макс, да, и кровью против Александра Потапенко. Поэтому дай бог, чтобы парни не поскользнулись в этом поединке. И символично, кстати, Абдулманап Магомедов и вес легкий, кстати, да. Символично, более чем. В черных шортах Абдулманап, и сразу вы видите красоту дагестанской борьбы. Проход в ноги. Да, проход в ноги. Держит, потеря шеи. Держит за шею и Вячеслав Бузенков. Удержит ли это вопрос? Угу, ну, здесь надо Вячеславу Бузенкову что-то, так знаешь, предложить революционное. Что-то предложить такое бескомпромиссное. Потому что опыт и Абдулманапа Магомедова, ну, говорит сам за себя. Он
как говорят американские коллеги, белорусский грэплинг, да, нужно показать сейчас. А, сейчас. Тот самый. Ну, держит, смотри, парни еще сухие, и держит за шею своего соперника Вячеслав Бузенков. При том, что Бузенков Вячеслав является ударником. Он КМС по кикбоксингу, чемпион Кубка Республики Беларусь по кикбоксингу. Да, и предыдущий бой, как я и говорил, он проиграл Мурату Азербиеву. Более чем достойно, кстати. Ну, ладно, сейчас в ММА. Ну вот, пожалуйста, в ММА он просто не дает никаких шансов Абдулманату. Что произошло? Руку? Да, сломал руку Абдулманату. Да, болевой на руку все-таки применил Абдулманап и выиграл этот поединок. Вот и все. Мы не видели, конечно, с этого положения, как это случилось, потому что держал за шею соперника Вячеслав Бузенков. Давайте смотреть повторы. Быстро закончился поединок. Как это произошло? Давайте же посмотрим, понаблюдаем. Да, болевой на руку получил. Это было, наверное, скрыто и от нас. Да, 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 да. Нужно найти правильный ракурс. Недоволен, конечно, Вячеслав, но что сделать? Да, очередное поражение. Итак, дорогие друзья, время остановки боя в первом раунде на минуту 12 секунд. Удушающим приемом победу одерживает Абдулманап Магомедов в Бахрейн. Бахрейна, шейху Халиду, спасибо тебе большое, что ты для нас делаешь, для команды, всем своим тренерам. Мирза, брат, тебя не вижу, тебе отдельная, брат, благодарность. Сегодня у моего дядьки день рождения, хочу эту победу посвятить ему. Арипай, дай Аллах тебе здоровья, 100 лет жизни, и победа тебе, Сахли. Наши поздравления, спасибо. Посмотрим, что у нас тут пытался Вячеслав Бузенков противостоять, что там произошло. Вроде бы неплохо Вячеслав скрутил шею, ну вот сдался, потому что вот здесь хорошо будет видно. Дорогие друзья, совсем скоро мы увидим, станем свидетелями соглавного и главного боя нашего турнира. Ну а прямо сейчас 10-й бой. Бой пройдет по правилам ММА. Средний вес до 83,9 килограмма. 3 раунда по 5 минут. Приветствуем в октагоне. Боец синего угла. Республика Беларусь. Дмитрий Ковалев. Дмитрий Ковалев, Республика Беларусь. 24 года этому парню. 178 сантиметров роста и сухой рекорд в придачу. Но вы сомневались в этом? Нет. Собственно, парень дебютирует в октагоне BFC. Посмотрим, как у него сложатся события, как пойдет этот бой. Нечего мне особо сказать про него, потому что это дебютант. Ну, дебютант — это всегда черная лошадка, это всегда интересно, это всегда какая-то интрига. Дмитрий Ковалев, Александр Синьков, средний вес, и это 10-й поединок нашего сегодняшнего карда. Встречаем боец красного угла, Республика Беларусь, Александр Синьков. Ну и так, с Дмитрием Ковалевым сразится Александр Синьков. Посмотрите на этот выход, посмотрите, что Саша удумал. Красавец, молодец. Опасный парень, я хочу сказать, опасный. И какой преданный с ним товарищ рядом.
Он выходит со своей любимой собакой. Он обратился к руководству лиги с просьбой, чтобы разрешили ему выйти в клетку с его любимым псом. И со всеми, когда все согласовали, руководитель лиги Максим Корольков сказал: «Хорошо, если у вас такая дружба, если такие отношения, то можно». Я сразу вспоминаю 2013 год, когда Андрей Орловский в Минск-арене выходил с 6 питбулями. Вот он это... же питбуль Орловский. Естественно. И вот, посмотрите. Александр Синьков, 24 года, 187 сантиметров рост. Рекорд по профессиональному ММА у него 1-0. Одна победа уже есть. Посмотрите на этот красивый выход. Дерутся парни 3 раунда по 5 минут. Весовая категория у них 83 килограмм. Вот, посмотрите. Преданная женщина, преданная собака рядом, клетка впереди. И преданные судьи и комментаторы. Естественно, мы тут как тут. Мы вот матчмейкер лиги BFC. Валентин. Валентин Сандер, он же Валентин. Александр Синьков, мастер спорта по рукопашному бою, победитель Кубка мира по рукопашному бою, победитель Кубка Северной столицы по ММА. Это все по любителям. Представляет он стиль ведения боя, это ударка, муай-тай, кей-1. Мы его видели уже не раз на... клетки лиги BFC, но он выступал по правилам кикбоксинга. По ММА он выступил один раз, выиграл, ему понравилось. И сейчас видим второй его выход, он идет за второй победой, а возможно идет за шикарной, классной карьерой, как ты, Саша, сказал, знаменитую фамилию назвал Нурмагомедова. Ну, дай бог, дай бог, мы видим восходящую звезду, 1-0 рекорд. Посмотрим, что будет. Хороший выход, хорошая подача. У него хорошая фан-группа за ним. Посмотрим, что будет сегодня. Итак, дамы и господа, мы начинаем! Боец в синем углу, 24 года, рост 178 сантиметров, Республика Беларусь. Дайте шуму, Дмитрий Ковалев! Его соперник в красном углу, бойцу 24 года, рост 107 сантиметров, Республика Беларусь. Александр Синьков! Рефери в октагоне Олег Миляков. Ну что сказать, парни схожи и по рекорду, сухой рекорд у обоих, и по возрасту, 24 года обоим бойцам. Ну а по умениям посмотрим, вы за кого болеете, интересно, Дмитрий Ковалев, Александр Синьков. Оба бойца в таких черных шортах, ну вот Александр Синьков с такой черной прической и в шортах без рисунков, ну а Дмитрий Ковалев у нас... с белыми надписями шорта. Ты спросил, за кого болеет публика. Я тебе скажу, что за Синькова. Ну, Синьков, конечно же, более медийный боец. Я хотел тоже об этом поговорить. У него достаточно большая фан-база. Видели вы его на Минском рубеже, где он проиграл, к сожалению. Но из кикбоксинга перешел в смешанное единоборство. Возможно, где-то и с этим связаны трудности перехода. Посмотрим, как он себя будет чувствовать в смешке. Так называемый 0-1 у него пока рекорд. И тот самый 1 – это поражение на Минском рубеже. Нужно закрывать. Нет, Саша, прошу прощения. У него одна победа. У меня был разговор с ним, это здесь опечатка. А, то есть у Синькова получается. Да, у Синькова одна победа по правилам ММА. У него одна... Да, то есть он перешел с кикбоксинга на ММА, и у него сейчас 1-0, да. Победа по ММА. Да, хорошо. Совершенно верно. Хорошо, да. Кикбоксинге рекорд там другой у него, а в профессиональном ММА именно 1-0, победа за плечами Саши. Вот. Да, и победил он, кстати, на BFC 70 Романа Артющенко, я вот напомню. Немножко, видите, путаем мы, потому что парень то в ММА, то в кикбоксинге. Смотри, какой хай-кик попал. И повело, повело Дмитрия Ковалева. Повело, и посмотрите, нокаутирует. Сразу пошел добивать. Ну, это было красиво.
Это на полусловие, как он нас... Не отпускать Синькова соперника. Снова попадание. Смотрите, попадает. В попадание дороги снова тут. Находится Ковалев. Добьет его Синьков. Нет, в печень, колено. Тейкдаун нужно не отпускать. Просто... Здесь Олег уже на взводе рефери. Соперника. Олег внимательно следит. А, здесь уже как-то пошло такое избиение. Саша почувствовал. Попал. Попал Александр Синьков. Хороший для него бой сегодня. Все. Есть. Хорошее 0-0. Попадание. Вот. 0-0. Смотри, недоволен Дмитрий Ковалев, но нам, тем не менее, Саш, было с тобой видно. Нет, что... нет, все по делу. Все по делу. Ну а что не было? Был настоящий нокаут. Был, был. Пусть Дим Ковалев не обижается. Он нормально провел бой, но хапанул. Было видно, хапанул. И со стороны рефери в клетке тем более. Это уже не про нас есть. То, ну, тут надо останавливать. Тут, Дима, не обижайся, ты тут все нормально. Могло плохо очень кончиться. Наша забота – это здоровье бойцов, прежде всего. Поэтому нет, нет, нет. Вы знаете, Дмитрий Ковалев не прав. Здесь Синьков выиграл 99.9%. Да. Спорт есть спорт. Как бы Ковалев тут не возмущался. Но тут вот, посмотрите, какие страсти. Посмотрите. Ты помнишь, как на Минском рубеже Саша делал предложение? Дамы и господа, да, красиво это было. Тоже его рук дело. Слушаем. Время остановки боя. Минуты 54. Техническим нокаутом победу одерживает Александр Синьков! Я всегда возвращаюсь как чертов бумеранг. Таких, как я, невозможно победить. Их можно только уничтожить физически. Сегодня был отличный день, чтобы умереть. Но этого не произошло. Благодарен всем за поддержку. Особенно моим семье, моим близким. С вами был Александр Синьков. Простой парень с Малиновки 4. С любовью. Ну, громче поаплодируем. Александр Синьков. Малиновка 4. Думаю, где я его видел с этой собачкой? Понятно. Вот, вы видели все, слышали все сами, видели, и поздравляем мы Александра Синькова. Вот на повторе, чтобы не было вопросов у телезрителей, у зрителей в зале, вот, хай-кик, и тут состояние Гроги повело Диму. Ну а Олег, рефери опытный, не останавливает, дает шанс, побоксировать, добоксировать, восстановиться. Тут колено проходит, Дима падает. И пошло такое лютое добивание, знаешь. Ну, без шансов, конечно, да, для Ковалева. Нету вопросов к рефери, тут вообще все красиво. Саша выиграл, поздравляем мы Александра Синькова с победой. Дорогие друзья, в 11-м бою у нас сойдутся два бойца. Узбекистан и Бахрейн. Пройдет по правилам ММА в среднем весе 83,9 килограмма. Три раунда по 5 минут. Приветствуем в октагоне боец синего угла, Узбекистан, Фарух Гафуров. Да, следующий бой, так неожиданно быстро кончился предыдущий. Следующий бой, 11-й уже в сегодняшнем карде, также носит статус международного боя. Если хотите, Узбекистан-Бахрейн. Фарух Гафуров из Узбекистана, дебютант. Посмотрим мы на этого парня, 24 года ему, 182 сантиметра рост, довольно рослый боец. Будет противостоять Султану Омарову из Бахрейна, более опытному парню. Ну, бойцы из Узбекистана иногда заезжают на Беларусь. Видим мы иногда их на MC Fight Nights, видим мы их иногда на BFC. Что сказать про Фарух Гафурова? До этого не видели мы его в клетке BFC. Ну и для него это своеобразный дебют. Так что пожелаем ему удачи. Thank you.
внимание, а мы готовы встречать боец красного угла, представитель Бахрейна, Султан Омаров. Итак, соперник Фаруха Гафурова из Узбекистана. На ваших экранах Султан Омаров. Это представитель Бахрейна, ему 26 лет, рост его 184 сантиметра, рекорд 1-0. У него одна победа за плечами по профессиональному ММА. Дерутся парни 3 раунда по 5 минут. Весовая категория в этом поединке 83 килограмма. Отмечу, что единственная победа Султана Омарова была заработана здесь у нас в Минске. На турнире «Контендер Сириес», «Контендер Сириес», когда проводила Лига BFC этот турнир. И выиграл он тогда у Дмитрия Коваля, кстати. Да. Посмотрим, что покажет Султан Омаров дебютантом Лиги и вообще дебютантом боев ММА Фарухом Гафуровым. Знаешь, иногда, Саша, поединки дебютантов красочнее, чем поединки ожидаемые. Но не будем забегать вперед. У нас сегодня очень крутые ожидаемые поединки Матвея Кадолича, Влада Новицкого с Колыша. Поэтому будем надеяться, что и этот 11-й поединок вечера нам закатит сувенир, сюрприз. Сосредоточенный Султан Омаров. Он на 2 года старше своего оппонента Фаруха Гафурова. Так, бойцы в клетке. Давайте поаплодируем. 2 бойца в октагоне. И мы начинаем. Боец в синем углу. 24 года, рост 182 сантиметра. Узбекистан. Фарух Гафуров. Его соперник в красном углу. Боец 26 лет. Рост 184 сантиметра. Из Бахрейна. Султан Омаров. Рефери в октагоне. Олег Миляков. Четкие наставления рефери. Клетка закрывается. Итак. И поединок начинается. Собственно, Султан Омаров из Бахрейна. Это уже второй парень, который выступает в этом файт-карде из Бахрейна. Я напомню, что первым был Абдулманап Магомедов. И переиграл он в одну калитку Вячеслава Бузенкова. И вот сейчас какая... он... Какая борьба, какие страсти. Да, начинает, он наблюдает, собственно, за противостоянием поединкам своего коллеги Султана Омарова. Омаров поопытнее, у него больше поединков по любителям. Фарух Гафуров у нас дебютант, черная лошадка из Узбекистана. Посмотрим, как проявят парни себя. Но видите, что Омаров прям с языка у нас слизывает и показывает свой опыт и то, что он умеет. Гафуров пока что в защищающемся статусе находится. Ну, и снизу. Не очень приятно. Я думаю, пытается выйти из этого хафгарда Султан Омаров на ground and pound. Ну, а может и поборется. Посмотрим. Посмотрим. Да, тут первые секунды первого раунда, поэтому все может перевернуться. Саша, тут мы наблюдали недавно, как тут могут развиваться события. Да и похоже борется Султан Омаров на своего коллегу. Стиль даже видно, что парни работают в одном зале. Также он действует, как и Абдулманап Магомедов. Очень-очень-очень похоже. Вот, смотрите, грамотное пошел забегание против часовой. И, да, сдача. И моментальная сдача, удушающая через плечо. Красиво, красиво, что сказать. Даже не дал шанса Фарух Гафурову. Парень из Бахрейна. Да, сильная у нас делегация из Бахрейна сегодня. Действительно достойные парни. Да, минута 30 удушающая. Тут ничего не скажешь. У Фаруха Гафурова неудачный дебют. А у Султана Омарова очередная добытая победа. И рекорд становится 2-0. Давайте поаплодируем бойцам. Итак, дорогие друзья, время остановки боя в первом раунде. Минута 30 секунд. И удушающим приемом победу одерживает Султан Омаров из Бахрейна.
значит Минск. Очень хорошая организация, очень все понравилось, все на высшем уровне. Спасибо болельщикам, полный зал, все отлично. Хочу поблагодарить свою команду, своих тренеров, спарринг-партнеру, всех близких. И хотел кое-что еще сказать. На прошлом турнире смотрел бой за пояс на 84 килограмм. Смотрел 5 раундов, оба бойца меня не впечатлили. Хочу обратиться к руководству лиги. Готов подраться за пояс Сергеем Чмелем. Прошу организации этот бой. Готов подраться 77 или 84. Я могу гарантировать, то, что этот бой закончится досрочно в мою пользу. Спасибо. Султан Омаров. Достойно, спасибо. Итак, посмотрим этот, коротенький поединок, но тем не менее такой насыщенный. Посмотрите, как менялась картинка тут из секунды в секунду. И потом Султан Омаров все-таки не оставил никаких шансов удушать. Вот на ваших экранах. Друзья, хотел бы напомнить, что всего 30 бойцов, 15 боев. Сейчас 12-й бой пройдет по правилам ММА в легком весе 70,3 килограмма. 3 раунда по 5 минут. Приветствуем в октагоне боец синего угла, Республика Беларусь, Артем Ржевский. Exactly. Да, один из самых ожидаемых поединков сегодняшнего карда. Артем Ржевский против Магомеда Салаха Ильясова. Собственно, реванш, собственно, второй реванш после реванша Безумного Макса и Александра Потапенко. Тот реванш, вы помните, чем закончился, вы сами видели этот поединок, было жарко. Насколько жарким будет этот поединок, мы увидим. Вся интрига состоит в том, что мы помним, что на юбилейном турнире BFC 70 Ржевский, на то время вообще дебютант, сумел нокаутировать опытного Салаха Ильясова, который имел рейтинг 7-0. И, так сказать, проломил этот ноль, поставил туда единичку. Этот поединок был поистине впечатляющим, поистине шоком и трепетом для Магомеда Салаха Ильясова. Ну и теперь пришло время для реванша. Команда Ильясова, Рашоева долго ждали этого поединка. Они настроены, они готовы, парни заряжены. Ну и последнее явление Артема Ржевского было у нас 12 мая в Бресте на BFC 71. Проиграл он тогда досрочно Рамазану Гитинову. Ну а сейчас выйдет он против Ильясова. Смотрим. А мы встречаем бойца красного угла Российская Федерация. Магомед Салах Ильясов. Да, Саш, это ожидаемый действительно поединок. На ваших экранах Магомед Салах Ильясов. Команда Магомеда выходила на руководство лиги все эти месяцы, чтобы добиться этого реванша, чтобы выйти в клетку со своим обидчиком, чтобы этот реванш состоялся. Магомед Салах Ильясов, 24 года, 180 сантиметров рост. Дерутся парни по ММА, 3 раунда по 5 минут. Рекорд у него, как Саша сказал, 7-1. И это единственное обидное поражение нанес Магомеду именно Артем Ржевский. Мы помним этот шикарный нокаут в этом помещении, в Prime Hall. Тогда были все, мягко сказать, удивлены, а так все были в шоке, что здесь говорить. Это было настоящее открытие. После этого Артем Ржевский в Бресте уступил, к сожалению, поединок досрочно. Но все это время Магомед Салах Ильясов все равно не находил себе места. И вся команда, весь тренерский состав выходил на руководителя лиги BFC Максима Королькова с одной просьбой. Дайте реванш с Артемом Ржевским. Артем Ржевский старше Магомеда Ильясова на 4 года. Ему 28 лет, а Салаху Ильясову 24 года. И, тут разница в возрасте, как мы понимаем, ничего не говорит. Тут посмотрите этот взгляд Магомеда Салаха Ильясова, который готовится выйти в клетку, наказать своего обидчика. Либо по какому-то непонятному раскладу для него,
этому бойцу, Артему Ржевскому, проиграть. Тут либо одно, либо другое. Нам остается, Саша, что? Смотреть, наслаждаться, ждать главных поединков вечера и наслаждаться здесь и сейчас. То есть вот этим реваншем. Ржевский и Магомед Салах Ильясов. Сконцентрированы все, мы видим, тут подготовка такая, перчатки, тренера, тут все очень серьезно, потому что этот поединок, эта команда ждала очень долго. Все очень серьезно. Да и согласие было получить не просто обоих парней, все-таки все готовились, мог и сорваться этот поединок, но нет. Благодарим и парней, и команды, и то, что они согласились провести этот реванш, это действительно интересно. Да, это, Саша, история лиги BFC, и вот этот реванш вскрасил, дополнил эту летопись BFC вот таким интересным фактом, интересным событием, потому что Магомед Салах Ильясов выходил на свой 8-й бой однозначно выиграть Артема Ржевского, дебютанта, а получилось, как получилось. Смотрим, дорогие на наших друзья, глазах творится история. Октагоне, и мы начинаем! Давайте представим бойцов. Боец в синем углу, 28 лет, рост 177 сантиметров, рекорд 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Республика Беларусь, Артем Ржевский. Его соперник в красном углу, бойцу 24 года, рост 180 сантиметров, рекорд 8 боев, 7 побед, 1 поражение. Боец из России, Магомед Салах Ильясов. Рефери в октагоне Олег Миляков. Середину, спортсмены. Правила сами не нарушаем, не важно, не слушаем команду. Пожалуй, российскую главу. Итак, Саш, мне крайне интересно, как пройдет этот поединок. И не только тебе. Я хотел вот правильно сказать, как ты думал, как ты говорил, Магомед Салах Ильясов в прошлый раз, ну вот, подрасслабился, пропустил момент и недооценил соперника. Вот что вообще значит недооценка соперника. Не надо никогда расслабляться. Надо максимальная концентрация, пока твою руку не поднял рефери. Он не понял, что произошло. Я помню вот этот поединок здесь на BFC. Он просто, знаешь, он сел и... И расстроился. Да, и расстроился. В одну точку. Вот сейчас... Тейкдаун. Хорошо, тейкдаун провел Магомед Салах. Нет, не Магомед Салах. Простите, да, Артем Ржевский наоборот. Но Магомед Салах, мы посмотрим, как будет действовать. Знаешь, как в истории боевых искусств происходит иногда? Выигрываешь много-много поединков, а потом попадаешь на одного и проигрываешь. И он потом становится как бельмо. Ты встречаешься на реванш и снова ему проигрываешь, а всех остальных выигрываешь. Это точно. Такое было у братьев Кличко в боксе, там что-то нечто подобное. Такое, ну не буду уже сильно копать. Но такие истории в единоборствах бывают. Посмотри, как Артем Ржевский вцепился. Посмотри. Да, держит спину, не отдает. Еще пытается колено в голову. Тейкдаун пытается он сделать и берет пока спину Магомед Салаха. Магомед Салах разворачивается на радость. Да, но он как-то и даже спокоен. Магомед, да, он так сконцентрирован. Он понимает, что все это хорошо, все это. Но Артем Ржевский отдать должное. Вот они прямо возле нас борются. Тут очень хорошо все видно, как тут все происходит борьба. Артем Ржевский, ну, по сути, контролирует. Ничего тут такого патового нету. Ну да, то, что ты находишься в положении снизу, еще ни о чем не говорит, конечно. Но посмотрим. Магомед Салах пока в атакующей позиции выходит на ground and pound. Тут, ну, самое главное, урона не получить Артему. Да, тяжелое положение у Артема Ржевского. Посмотрите, Магомед выходит на добивание ground and pound. Сколько же продержится Артем, не знаю. Все. Остановил Олег поединок. Состоялся. Закрыл проигрыш Магомед Салах Ильясов. Немножко как бы ожидаемо это было, но тем не менее интрига жила. Интрига была, потому что Магомед Салах Ильясов, ну, падал в нокаут. Но сейчас перекрыл 8-1 рекорд. Друзья, своего еще обидчика раз наказал. Подаем аплодисменты нашим бойцам.
Итак, дамы и господа, время остановки боя в первом раунде 2 минуты 2 секунды. И техническим нокаутом победу одерживает Магомед Салах Ясов. Да, вот мы видели, к сожалению, РЖУ-ский Артем проиграл. Ну, послушаем, что скажет победитель. Салам алейкум, приветствую всех. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня. Я знаю, сейчас много болеет и смотрит, особенно в Гудермесе. Дерезу выжим, сана. И еще хотел сказать, Максим, Дана, отдай этот пояс уже. Так, Эли, очень испарить, но ухматил, лава. Давайте поаплодируем, поздравим с победой Магомед Салах Ильясов. Ну и быстрый повтор основных моментов этого поединка. Это был реванш, быстрый реванш, нужно сказать. И Ильясов, конечно, поражение свое закрывает. Будет ли это трилогия или нет? Давайте подумаем над этим. Вопрос дискуссионный. Ты как считаешь? Итак, дамы и господа, мы подошли к 13-му бою нашего турнира. Он пройдет по правилам кикбоксинга в легком весе до 71 килограмма. Три раунда по 3 минуты. Приветствуем в нашем октагоне боец синего угла Азербайджан Эльмар Мамедов. Ну, наконец-таки К1, наконец-таки опять любимый наш кикбоксинг. Без этой всем надоевшей борьбы. Да? Я говорю. Интересно, ты сказал. Да нет, тут, по-моему, знаешь, публика бы с тобой не согласилась. Потому что собрались здесь все любители ММА, кикбоксинга, муай-тай, единоборств. Да, собственно, Эльмар Мамедов, Азербайджан, 18 лет этому парню. 182 сантиметра ростом, 1 победа, 0 поражений. Занимается этот парень в клубе Чинук. Он начал там, собственно, заниматься тайским боксом в 2017 году у Сергея Ивановича, знаменитого. Побеждал по юношам на многих турнирах, и Короли Ринга 2018 года, и Кубок Черного моря, и Кубок Золотого Льва, и первенство Республики Беларусь по кикбоксингу и муай-тай. Вот, если вы через экран не чувствуете, то я вам расскажу, как пахнут тайские мази. Мы здесь отлично это ощущаем. Тайская растирка легендарная. Тайская растирочка легендарная пошла. Ну и о том, что этот парень представляет Чинук. Чинук в представлении не нуждается. Это руководство Сергея Ивановича, это класс, это школа. Но противостоять ему будет Владислав Рогалевич. Республика Беларусь, Владислав Рогалевич! Совершенно верно. Владислав Рогалевич на ваших экранах готовится подняться в клетку. Ему 23 года, рост 182 сантиметра, рекорд 2 победы, 1 поражение. Парни дерутся по К1, 3 раунда по 3 минуты. Весовая категория самая крутая, до 71 килограмма. Ты прав, Саша. Эльмар Мамедов, представитель легендарного клуба «Чинук». Это Сергей Иванович, это Олег Пилат, это Сергей Дворецкий, который его уводил, один из первых чемпионов мира по муай-тай. Но Владислав Рогалевич, так чуть-чуть, скажем, поопытнее. У него 2 победы, 1 поражение. Он уже выходит 4-й раз в профессиональную клетку по правилам КУА. А у Эльмара Мамедова только 1 победа. Но, тем не менее, знаешь, тут мы уже видели, у нас позади 12 поединков. Как могут дебютанты себя показать? Поэтому спешить забегать вперед не будем. Все расставит на точки в клетке, в ринге. Ну, а ты правильно сказал, К1 – это легендарный вид спорта, в котором Беларусь преуспевает. Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса, конечно, гремит на весь мир. Итак, все внимание в клетку, бойцы там. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем
Давайте представим бойцов. Боец в синем углу. 18 лет, рост 182 сантиметра, рекорд. Один бой, одна победа. Боец из Азербайджана. Эльмар Мамбетов! Его соперник в красном углу. Бойцу 23 года, рост 182 сантиметра. Рекорд 3 боя, 2 победы, 1 поражение. Республика Беларусь. Владислав Рокалевич! Рефери в октагоне Юрий Варакса. Да, Варакса знаменитая фамилия в рамках Республики Беларусь, да и кикбоксинга в том числе. Я тебе скажу, в Европе. В Европе, да. Очень хорошо знают, это чемпион СНГ по кикбоксингу, чемпион Европы. Это мастер спорта международного класса, это классный тренер, подготовивший Дмитрия Валента, у которого шикарная база и тренера, и спортсмена за спиной. Ну и классный рефери, ты, естественно. Соглавные поединки вечера, это у нас 13-й поединок, впереди еще два захватывающих. Здесь работают только профессионалы. Ну, нет, не думайте, что это Чингиз Алазов, это Эльмар Мамедов, собственно. Эльмар Мамедов? Да, молодое дарование из Чинука, давайте наблюдать. А вот тебе молодое дарование, смотри, какой хик, хайкик забрасывает, это точно. Чинук. Да, точно хайкик. В том, этом, это Чинук, детка, вот то же самое здесь. Да. Молодцы. Хороший показывает кикбоксинг, и это только первые секунды. Это 40 секунд первого раунда. Все еще впереди. Тут может все закончиться одним ударом. Весовая категория у них самая такая топовая, 71. Такая One Max, мы знаем. Как мы с тобой любим этот кикбоксинг, и как мы за него топим, вот простите. Топим, да, я тебе скажу, ММА тоже подзаматывает. Так вот, прямо откровенно, ММА, ну и раз смотришь, особенно когда в стойке зарубаются, и переходит все потом в партер, там, оп, на один щелчок все заканчивается. Ну, тоже любо-дорого посмотреть. Ну, но да, K1 это K1. Тут кикбоксинг это... Своя эстетика. Так, Мибаньяски. Да, это, ну, знаешь, история. Red Scorpion, Алексей Игнашов. Алексей Игнашов, да, честно говоря. Снова посмотри, хайкик у Мамедова шикарный правый. Он... Маугли белорусский. Да. Кто помнит, кто смотрел? Забит Самедов. Наш. Забит Самедов. Мы, кстати, с Забитом Самедовым в кино снимались. Да. Да, играли этих телохранителей. Это было здорово. Это отдельная история, потом как-нибудь расскажу. Когда Самусевича нокаутирую, расскажу в ринге, это возьму микрофон. Отличная будет история. У Пашки Филимонова возьму микрофон и расскажу что-нибудь. Итак. А ты будешь комментировать этот бой. Непременно. Эльмар Мамедов, Владислав Рогалевич. Рогалевич не сдается, но Мамедов пока, знаете, ну, чуть-чуть точнее выглядит. Но Владислав Рогалевич, я тебе скажу, руки правильно держит. Он как-то руками, знаешь, слава богу, он перекрывается грамотно. Мамедов уже несколько раз мог нокаутировать такой... Мог, хайкики были, даже не один. И очень точные, кстати, и на выходе. Если хватит пороха в пороховницах, посмотрим, нога в голову еще залетит. У меня такая чуйка. Если Влад не расслабится. Ну, нужно по корпусу поработать, чтобы отпустить ручки, и потом уже в голову хайкик. Наверное, так. Да, сейчас они в первом раунде, знаешь, как изучат друг друга немножечко. Чуть-чуть. Да, манеру работы. Щупают. Конечно. Ну, Мамедов такой, посмотри, как он работает. Постоянно нащупывает левой рукой и правую. Дистанцию постоянно держит на джебе, да, классика. Конечно, молодец. Ноги длинные, он повыше, но и пропускает. Ну, наконец-таки включился Рогалевич в работу. А у Владислава руки, мне кажется, помощнее. Хорошие вот он, руки, если да. Руками по корпусу будет чаще бить, то может пробить... Мамедова. Ну, первый... И обратите внимание на левую ногу Владислава Рогалевича. Хайкики чувствуются уже, да? Лоу-кики. Лоу-киками, лоу-кики, да, да, лоу-киками отбил. Хайкики тоже. И лоу-кики вошли. Ну, отметим отличные вот ноги Эльмара Мамедова. Мы видим Сергея Дворецкого, тренера клуба «Чинук». Видим хорошая поддержка, замечательно. Мы видим как и Владислава Рогалевича секундирует легендарнейший Дмитрий Борисович Писецкий. То есть два чемпиона мира. У тебя в углу. Да, тренера в одном углу чемпион мира тренер, во втором углу легендарный чемпион мира. Ну, тут, знаешь, как... Да у нас вообще на BFC. Пойдешь за булочкой в кафе, а тут три чемпиона мира в очереди стоят, да? Да, самое интересное... Азербайджан или Беларусь?
узнаем чуть позже. А сейчас в Европе. Раунд. Дайте шуму, зрители! В Европе не подойти, сфотографироваться или где-нибудь там, знаешь, чемпиона. А кто здесь просто кишит все чемпионами, подходи, тренируйся. Вон на первых рядах сидит Максим Спадаренко, чемпион. Сидит, сидят здесь Петр Романкевич пришел. И Загар Банхани, вон, который на BFC в прошлом году, в прошлом месяце за пояс бился. Все здесь, все у нас. И тут, ну, куда ни посмотришь, чемпионы, но вернемся в ринг. Что у нас Мамедов, Эльмар и Владислав Рогалевич. Пока... Более чем интересная конкурентоспособная пара. Интересные бойцы. Второй раунд. Да, действительно, ты сделал акцент на Владислава Рогалевича левую ногу. Она у него, конечно, выглядит не ахти. Судьи, он пока работает, он пока работает, и левой ногой в том числе. Я просто не знаю, насколько он ее чувствует и насколько туда будет добавлять Эльмар Мамедов. Знаешь, может, вида не подает. Это большого мастерства стоит. Возможно. Нельзя показывать видом свои какие-то слабые места, потому что, ну, это и судьи видят, это и соперник видит. Но передвигается он... Нога, конечно, такая серо-буро-малиновая. Да, уже тяжелее передвигаться Владиславу. Ну, Эльмар поактивнее пока на ногах. Посвежее. И, да, посвежее явно. Как будто первого раунда и не было вообще. А, левый джеб этот классический такой. Посмотри, как работают уклоны. Ну, пока молодец. Вообще вопросов к Эльмару Мамедову нету. К Владиславу Рогалевичу они появляются. Видно и на лице отпечатки. Пора раскрываться Владиславу, хватит стоять. Ну, знаешь, как он заряженный. Вот он перекрывается, заряженный. И идет с этим ударом или с двумя, чтобы попасть. С рук попасть именно, да. Но с Эльмаром это не работает. Он, знаешь, порхает как бабочка и жалит как пчела. Особенно по левой ноге. Вот. А очень легок на ногах Мамедов. Это чувствуется. Очень хорошие у него хай-кики, мид-кики, лоу-кики. Смотри, как он обманывает. Он... Эльмар как ногами. Показывает одной, бьет второй и так далее. Классика. Он раскрывает своего соперника. Здорово. Ему вообще я пророчу хорошее будущее Эльмару Мамедову. Ну, почему-то я вижу его на тренировках, как он выступает, как он тренируется, вернее. Я же сам в Чингисе тренируюсь. Я подготавливаюсь к поединку, чтобы Самусевича порвать. Да, Чингиз Алазов, включите телевизор. Тут симпатичное дарование сейчас выступает из Азербайджана. Эльмар Мамедов его зовут из Чинука, я думаю, он его знает. Конечно, конечно, это же все, это братство, а братство Азербайджана, ну, за это ничего говорить не надо. Да, мы уже какой раз повторяем, что в Азербайджане очень хорошо развивают и боевые виды спорта, да, единоборства, и следят за этим, и поддерживают своих ребят. Поэтому, ну, неудивительно, что боец из Азербайджана просто, не знаю, красавчик, если сказать. Посмотри, как Эльмар чувствует дистанцию, разрыв, шаг назад и сразу же серия вперед. Молодец. Видно усталость у Эльмара. Тяжело, тяжело Рогалевичу, тяжело. Второй раунд, я думаю, он проигрывает. Усталость была видна у Эльмара, но это никак не сказалось. Ну, по мне, так второй раунд выиграл тоже Эльмар Мамедов. И два раунда в итоге отдаем ему. Пока да. Что. Да, пока, пока. Как там судьи будет видно. Знаешь, возможно, Владислав Рогалевич просто заряжен на пару плюх в третьем раунде. Возможно. Тут мы уже... Но как их разрядить? Как поймать этого верткого соперника? Как? А вот сейчас тренера ему подсказывают. Вот посмотри. Как нужно было замедлить его. Сергей Дворецкий там только и подсказывает, как попасть, как Кэпман Макс там выполняет свою работу. Ну а в синем углу мы видим, как Дмитрий Борисович Писецкий... тоже легендарный тренер того же Забита Самедова, которого мы вспоминали, и Виталий Гуркова, и Паш Турук. Там много чемпионов подготовил Дмитрий Писецкий. Но в первую очередь он сам является чемпионом мира. Третий раунд. Что главное. Третий раунд. Что он нам преподнесет. Ну, что ты скажешь о соглавных боях, о соглавном поединке, вот об этом? Но на самом деле, как соглавный поединок, супер. И К1, я знаешь, для меня сегодня пока один-два соглавных поединка.
Я все-таки отмечу реванш Макса Рашоева и Александра Потапенко, который вылился в трилогию и в поясной поединок третий, да? Ну и посмотрите. Ой-ой-ой, подскользнулся. Подскользнулся. Выглядело очень напряжно, я аж приподнялся. Ну и здесь парни разогрелись. Эльмар Мамедов, Владислав Рогалевич. Действительно, второй самый красивый поединок, который мы сегодня видим по К1. Именно поэтому нужно К1 продвигать с нашей любовью, с вашей поддержкой и разбавлять К1 соревнования по смешанным единоборствам. Мне кажется, это очень хороший ход от организаторов. Что, по сути, и делает руководитель лиги BFC Максим Корольков. Он двумя руками за развитие кикбоксинга, муай-тай. Поэтому мы и видим на нашей площадке эти виды спорта. А на этот бой приятно смотреть, потому что Эльмар Мамедов показывает всю красоту К1. Ну и, естественно, Владислав Рогалевич не уступает в каком-то противостоянии. Хоть он и проигрывает. Нет, достойно. Да, но посмотри, какой дает отпор. Пропускает, но все равно идет с уверенным лицом, каким-то нацелом, чтобы попасть. Да, чтобы разрядиться. Ты правильно сказал. Ему нужно разрядиться на руках. Он хочет выстрелить свой лаки панч, свою двойку, но не может. Не может попасть. Да и ноги уже подводят где-то. Молодец Эльмар Мамедов. Молодец Владислав Рогалевич. Красавцы. Пацаны, третий раунд, а как будто второй. Как будто первый. Вот хорошо провалил. Каждый раунд как первый. Это наш девиз. Да. Эльмар хорошо провалил. Сразу же ответил. Очень красиво. Ножки, посмотри, какие у него легкие. Слушай, дать этим парням 5 раундов, они такой же бой закатят и 5 раундов. Я тебе скажу, мы недавно с Мишей Степановым разговаривали. Раньше за титул чемпиона мира по кикбоксингу дрались 12 раундов. Вот так, по классике, как в боксе. Да, 10 раундов, 12 раундов. И Миша Степанов является чемпионом мира среди профессионалов. Да-да-да. Именно в таком по формате 12 раундов по 3 минуты. Но это не то, что детский сад по 3 минуты сейчас, да, в смысле? Да-да-да. Да, это может быть сделано из гуманных каких-то соображений. Здоровье все-таки на первом месте, как мы с вами призывали всех заниматься кикбоксингом, да, но вы выйдете хотя бы 3 минуты простойте. Совершенно верно. Но я выйду, 3 раунда буду рвать Самусевича. Вот, пользуясь случаем, передаю привет. Вот, пожалуйста. Все, нокаут в печень. Да, пропустил. В тот момент, когда немножко расслабился, махнул рукой, пропустил по корпусу. Эльмар Мамедов, по сути, монотонно, постепенно доделал то, что должен был доделать. Отсчитывает нокдаун. Да, отсчитывает нокдаун. Нокаут, но сейчас Эльмар почувствовал. Ой-ой-ой, надо все, заканчивать уже этот поединок. Нет, так, да. Юра Варакса заметил удар ниже пояса, сделал предупреждение. Ну, урона никакого не получил. Нет, уже Рогалевич, посмотри, жалко. И коленка. Парня уже и чувствует, он на волевых, да, геройствует, ну. Ну, держит. Да, он держится, да, но... Последний. Ай-яй-яй. Драматичная концовка этого поединка. Все. Да, это победа Эльмара Мамедова здесь, безусловно, по очкам, решение. Ну, здорово, это надо отдать должное Владиславу Рогалевичу, правильно? Да. Подустал, конечно, отгреб, по-русски говоря, но боксировал. Нахватал много, конечно, но и опыт получил, очень важный опыт. Добоксировал. В поединках, да, потому что вы знаете, где еще такой опыт получать. Как не здесь. И достойный соперник. Я напомню, что азербайджанцу было всего лишь 18 лет, а Рогалевич, он был опытнее. Ему, во-первых, 23, во-вторых, у него уже рекорд. Это друзья, его если четвертый вам бой. Понравился этот поединок, поаплодируйте. Молодцы, бойцам. Парни, молодцы. Три. Я тебе скажу, раунда. С такой поддержкой, как Дима Писецкий в углу, но падать нельзя. Характер, здесь воля. Надо уже до конца идти. Вот мы на ваших экранах. Дима Писецкий. Прямо сейчас решение. На ваших экранах Владислав Рогалевич. Его. Слушаем вердикт официальный. Внимание! Единогласным решением судей победу одерживает Эльмар Мамедов! Азербайджан! Дорогие друзья, прямо сейчас я хочу пригласить руководителя лиги BFC Максима Королькова. Подождите, парни. Перед тем, как начнутся главные бои нашего вечера, я бы хотел в октагон позвать Андрея Чигилейщика.
Андрей, ты где? У Андрея должен был поясной бой быть в категории 71 килограмм. Из-за травмы и невозможности найти ему оппонента в этом весе мы перенесли бой на 22 сентября. 22 сентября. Главный бой вечера в этом зале. Андрей Чигилевщик. И как я уже много раз говорил, я надеюсь, Евгений Федоринчик разыграет пояс Лиги BFC весовой категории 71 килограмм по правилам кикбоксинга. Поэтому мы всех приглашаем. Давайте Андрею пожелаем победы. И, Андрей, да позови еще раз Женю в эту клетку. Женя, пора сделать уже трилогию, третий бой. По одной победе у нас есть. Давай решим это уже в поясе. Здесь, в этом же ринге, мы бились два раза. Третий бой должен быть здесь. Дадим немножко шума! А теперь я хочу позвать в наш октагон нашего друга, партнера, я не знаю, как много можно перечислять, учредителя, генерального директора, простите, директора Су-83 Ивана Якименко с хорошими новостями. Он поднимается в этот октагон. Девчонки, помогите ему два пакетика вынести. Мы не перестаем говорить, что Лига BFC – это одна большая семья. И в нашей семье есть счастье, у нас пополнение. Денис Магер, Мирза Абдулабеков, поднимитесь, пожалуйста, сюда. Ребята, где вы? Подождем пару секунд, они сейчас придут сюда. Чемпион лиги BFC, экс-чемпион, 84 килограмма, Денис Магер, чемпион мира по рукопашному бою. Мирза, где ты, наш матчмейкер? Где наш друг? Начнем с Дениса, пока мы ждем. У Дениса родилась дочка. Мы от лиги BFC, нашего экс-чемпиона, хочу поздравить. И от нашей профессиональной команды Аякс. Иван Владимирович, вручите подарок. Давайте громче! В Беларуси у нас еще один человечек появился. Мирза, друг наш, матчмейкер, бывший спортсмен. Очень много сделал для лиги. Стал отцом, и у него родился сын. И мы также хотим его поздравить от нашей лиги, от нашей команды. Беларусь, дайте шума! Паша! Объявляй главное событие и давайте пошумим! Здорово, поздравляем, парни! Дай громче музыку, диджей! Ой, давайте вот так вот ручку и все вместе раскачаем, раскачаем, прям кол! Дай громче, 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 давай со мной! Эй! Согласный бой! Спасибо, еще немножко! Здорово, давайте посмотрим еще раз повторы красивого этого поединка, который изначально задал много вопросов, немножечко подарил интригу какую-то, а потом постепенно монотонно Мамедов Эльмар довел логическую цепочку до своего завершения. Вот мы смотрим, как он обрабатывает. Видели, как по печени пропустил Владислав. Ну, красиво, поздравляем. Клуб Чинух. Слушайте, ну мы готовы. Готовы или нет? Соглавный бой. Главный бой нашего турнира, если да. Аплодисменты! Ой, круто. Слушайте, ну я так хочу сказать, такого еще не было. Давайте сделаем следующее. Просто, ну вот реально, чтобы у нас все получилось. Очень быстро, с одной попытки. Я вот так вот начинаю, к вам подбегаю, и мы волну запустим. Окей? Нормально? Придумал? Прикольно? Поддержите меня? Девчонки, спасибо. Я ваш кумир. Итак, все готовы? 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 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 давай. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну шумом, 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 шумом.
Получилось, аплодисменты! Ну, молодцы! Теперь точно готовы. Балкон, вы на расслабоне, я понял. Просто отдыхаем. Угу. Спасибо. Друзья, заглавный бой международного турнира BFC-72. Он пройдет по правилам ММА в полулегком весе до 65,8 килограмма. 3 раунда по 5 минут. Встречаем боец синего угла, Азербайджан, Руфат Ахмедов. Представитель Азербайджана Руфат Ахмедов сегодня будет радовать вас в заглавном бою нашего вечера BFC-72. Черный Лев зовут этого парня. Он из Азербайджана. 1 победа, 4 поражения. Проиграл он последние свои бои. Тем не менее, рвется он к победе. Я напомню, что на BFC-71 в Бресте проиграл он Андрею Чекилейчику. До этого видели вы его на Heroes 2, на Шлеменко FC4, на MMA Series 27, на Colossus MMA 16. Парень более чем интересен. Парень не сдается. Парень идет к победе. Будет ему противостоять наш соотечественник из Минска Матвей Кадолич. Молодой парень, хорошая конкурентная пара. Со главный турнир нашего сегодняшнего карда. Смотрим. Бойца красного угла, Республика Беларусь, Матвей Кадолич. Ну а соперник Руфата Ахмедова в соглавном поединке вечера BFC-72 наш белорус, минчанин Матвей Кадолич. Ему 21 год, 177 сантиметров рост, рекорд 2-0. По профессиональному ММА он не терпел поражений. Поединок формата 3 раунда по 5 минут, весовая категория бойцов до 65 килограмм. Матвей Кадолич является бронзовым призером чемпионата мира по рукопашному бою 2018 года. Он является мастером спорта по рукопашному бою. Завоевывал серебро на чемпионате Европы по рукопашному бою в 2020 году. Также одерживал много побед у нас на республиканских турнирах по рукопашному бою, но по профессиональному ММА у него 2 победы, сухой рекорд у него 2-0, противостоит ему опытный Руфат Ахмедов, который уже выходит 6-й раз в клетку. Ну а Матвей Кадолич, представитель Ajax Team, профессиональная команда, которая создана руководителем лиги BFC Максимом Корольковым. Профессиональная команда создана для того, чтобы сплотить профессиональных бойцов, поддержать и сформировать профессиональную команду, чтобы с ней греметь по всему миру. И это у нас получается. Максим Кадолич, Беларусь, Руфат Ахмедов, Азербайджан. Международная встреча, главное событие сегодняшнего вечера. Предпоследний бой, тоже ожидаемый. Все, внимание в клетку. Уважаемые дамы и господа, главный бой нашего вечера. Итак, давайте знакомиться. Боец в синем углу, 27 лет, рост 179 сантиметров, рекорд 5 боев, 1 победа, 4 поражения, призер Кубка мира по ММА, чемпион Азербайджана по тайскому боксу, боец из Азербайджана, Руфат Черный Рыцарь Ахмедов. Его соперник в красном углу. Бойцу 21 год, рост 177 сантиметров. Рекорд 2 боя, 2 победы. Мастер спорта по рукопашному бою. Призер Европы по рукопашному бою. Республика Беларусь. Матвей Кадолич. Рефери в октагоне Олег Миляков.
Ну что, Саша, твое мнение? Мое мнение, что Кодолич непременно звезда восходящая белорусского молодежного ММА, представителя Якстим, неспроста он там присутствует. Я напомню, что этому парню всего лишь 21 год, но он уже имеет рекорд 2-0. Сухой против него сегодня вышел более чем опытный Руфат Ахмедов. Ну и вспомним немножко про историю боев Матвея Кодолича. 30 апреля 2020 года задушил он Дмитрия Лихачевского на BFC 51. 28 июля 2019 года выиграл он досрочно у Павла Пешевича на BFC 46. Выступает Кодолич более чем ярко. Он такой панчер, нокаутер. Он универсальный боец. Он хороший рукопашник. Представляет, напомню, минский клуб Аякс. Ну, а за этим противостоянием поединком мы будем наблюдать с вами вместе. Я напомню, это соглавный бой BFC 72. Да, Саша, ты вот смотри, как заряжен Матвей, насколько он сконцентрирован. Мы вот сидим возле клетки Саши, смотрим. Вот Саша пока рассказывает вот про статистику, про прошлое, про историю этого бойца. Мы смотрим, как Матвей Кодолич и Руфат Ахмедов сосредоточенно смотрят друг на друга. Тейкдаун, красота! Ну посмотри, как Руфат переводит в свою сторону. И второй перевод, свипает Руфат, кто же окажется сверху. Пока что Руфат Ахмедов сверху. Так, Кодолич обороняется, но поверьте, он знает, что делать. Посмотрите, баттерфляй гард такой изображает Матвей. Интересно, упирается он коленями и ногами и так закрывает таки гард. Треугольник пытается сделать Матвей. Да, выход на треугольник. Хорошо держит он своего соперника. И попал Ахмедов в такую не очень хорошую позицию. Посмотрите, как Кодолич хорошо сейчас закрыл и поймал соперника. Душит он ногами. Возможно, дожмет этот треугольник легендарный, которым проигрывал и Федор Емельяненко. Нужно голову вниз голову и сломать корпус соперника. Правильно все делает Кодолич. Красавчик молодого магера. Посмотри, он мне напоминает. Посмотри, что происходит. Как красиво выходит Руфат Ахмедов. Ахмедов не сдается. Вышел он из того треугольника. Я тебе скажу, Саша, не хватает Руфату опыта, чтобы здесь что-то как-то доминировать и грамотно что-то предпринять, находясь сверху. Вот, ну. Зато хватает упертости на самом деле. Ахмедов разогрелся, понял, что соперник непростой. Ему достался, хоть и молодой. А молодой-то не дурак у нас сегодня. Совершенно верно. А Матвею хватает опыта и знаний грамотно защищаться в неудобной для себя ситуации. Он сейчас находится, знаешь, как бразильский джиу-джитсу. Когда лежат на спине, всегда говорят, знаешь что? Это белорусский грэплинг, я уже сегодня говорил. Саш, они говорят, что когда я лежу на спине и кто-то сверху, так я знаю, что сзади никто не нападет. Это точно. Я работаю только сверху и делаю свою работу. И, как водится, выигрывают. И у них преимущество везде. То же самое и Матвей Кодолич. Да, сверху сбоку сейчас положение у Руфата Ахмедова. Пытается он атаковать Матвея Кодолича. Свободная у него левая рука. Чтобы не перехвалить Матвея, знаешь. Вот. Ну да, да. Тут все нормально, но Руфат такая темная лошадка. Одна победа, 4 поражения у него. Но тем не менее, он 6-й раз выходит в клетку. Послушайте, как скандирует зал. Кричат Беларусь, молодцы, хлопают. Здорово, атмосфера классная. Prime Hall, BFC 72. Парни не расстраивают, парни не расстраивают, не подводят сегодня. Показывают шикарные бои, показывают хороший уровень. Есть на что посмотреть, есть и сюрпризы преподносят. И собаки выходят в ринг, здесь сопровождают своих хозяев. Ну, здорово, тут приятно находиться и смотреть качественные бои. Такой MMA мы любим. Да, именно такой. Индустрия единоборств в Беларуси растет. И с этим никто не поспорит. Что творится в зале? Классно, здорово. Матвей встал. Теперь за последнюю минуту надо как-то реабилитироваться в стойке и набрать больше баллов. Показать, ну, конкурентный первый раунд. Меньше минуты остается работать в октагоне. Я напомню, это соглавный бой. Руфат Ахмедов, Азербайджан, Матвей Кодолич, Минск, Беларусь. Парни выкладываются на полную. Борьба была обоюдной. Кодолич почти довел треугольник до конца. Ахмедов пытался выйти на булевой, то ли на одушение. Переводит своего соперника Ахмедов. Но Кодолич опять оказывается снизу. Но здесь мне снова кажется, что Руфату не хватит опыта что-то доделать, что-то сделать. А Матвей, в свою очередь, прекрасно контролирует ситуацию, находясь на спине. Ну да, ему явно комфортно в этом положении. Вяжет он своего соперника. Вот посмотрите, сейчас, я думаю, наберется он сил или будет действовать по ситуации. Что он делает? Да, непонятно, что делает Ахмедов, даже непонятно его Матвей действия. Четко контролирует руку, четко контролирует движение корпусом. Его не обманешь, да.
Опыт чувствуется у молодого бойца из Беларуси. Первый раунд. Саша, так и хочется сказать, друзья, мы с вами провели 5 великолепных минут вместе с бойцами. Очень достойно. Это Якс Тим, это BFC, это Prime Hall, домашняя арена для белорусского бойцовского чемпионата. Ух, жарко становится сегодня. Пока пауза между раундами, хотел отметить внимательность и тактичность руководства лиги BFC. Поздравили Анатолия Кемина с днем рождения, поздравили Дениса Магера с рождением сына. Поздравили Мирзу с рождением сына. Каждому подарили подарок. Ну, приятно на это посмотреть. На это братское содружество. На это такое... сплочение. Как семья. Да. Как одна семья. Смотришь, комментируешь поединки, весь страстно в этих боях. А здесь происходит такое вот, ну, семейное, теплое. Атмосфера, ну, здорово, классно. И в очередной раз спасибо руководителю лиги Максиму Королькову, спасибо всей команде за то, что внимательно относимся к своей команде, к своей банде, можно сказать. Максимальная концентрация чемпионов мира сегодня здесь. А кругом куда ни посмотришь. Итак, второй раунд. Руфат Ахмедов, Матвей Кадолич. Что скажешь по первому раунду, Саня? Ну, первый раунд мне очень понравился, это раз. Во-вторых, я впечатлен работой Матвея Кадолича. И, если честно, если вот так технически, да, с судейской точки зрения оценивать первый раунд, то Кадолич действовал удачнее. Во-первых, он законтрил все выпады Ахмедова. Ахмедов терялся. Он не первым номером работал, а вторым. Он пытался что-то сделать, а Кадолич видел это. И все, собственно, противостоял. Но Ахмедова хватало больше сил на тейкдаун. И за это он получил очки. То есть он сделал 3 тейкдауна, как минимум. И за это можно ему отдать должное. Но... Ну, там дальше надо смотреть, знаешь, судя на контроль. Да, но что дальше происходило? Ничего особого Ахмедов не смог сделать. Не выйти на ground and pound, не выйти на удушение, либо забрать спину, либо обесточить руку какую-то, да, соперника. Поэтому Кадолич снизу действовал увереннее. Единственное, что он позволял более габаритному, если хотите, крупному сопернику стащить себя в этот тейкдаун. Хорошее попадание сейчас было Матвея Кадолича во встречу. Руфат бил ногой, а Матвей очень хорошо попал правой во встречу в голову. Матвей не спешит рубиться, спокойно действует, не против и побороться. Опять тейкдаун и пытается... Больше Матвей вытянул себя. От Ахмедова, да, на себя. И тем самым упал в контроль. Он полностью сейчас будет контролировать Ахмедова. Наверное, знаешь, как Матвей понимает, что угрозы ожидать не стоит от Руфата. А вот и слип. Пожалуйста. Минск на ушах, Кадолич сверху. Здорово. Тут есть возможность. Взорвался. Атака будет, удушение должно быть. Посмотрим. Вы слышите, наверное, как кричат с угла, подсказывают, зафиксируйся, как дают советы. Да нам уже что говорить, уже со всех углов советы уже. И тут самое интересное, что Матвей это слышит прекрасно. Тут слышимость очень неплохая, хорошая. Хватит ли Кадоличу сил на удушение? Посмотрим. А, Олег дает команду активнее работать. И Матвей прислушивается к нему. Вот, мы уже видели сегодня такой на турнире. Матвей молодец, делает свое дело. Да, очень неприятно сейчас Руфату Ахмедову. Доставляет ему много неудобств это положение. Мы видим, как Олег, рефери, насторожился, внимательно смотрит. Кадолич делает свою работу, предупреждает Олег активнее защищаться Руфату Ахмедову. Нет, пока нет. Еще ждем. Но ничего не может делать Руфат Ахмедов. Он скован. Он без сил пока что. Ну, посмотрите. А Матвей поймал свою работу. Молодец. Это Аякс. Это профессиональная команда бойцов ММА. Ну, защищается Руфат Ахмедов, надо отдать ему должное. Пассивная защита, ну какая это защита? Ну, молодец, хоть не дает попасть прямо в лицо локтем, знаешь, это... Конечно, он тут проигрывает безусловно, но нету повода Олегу остановить сейчас поединок пока. Но пока идут активные действия, Кадолич пока работает. Хватит ли у него сил удержать Ахмедова, в этом вопрос. Идет на удушение Матвей, забегание...
Затылок бить нельзя, он понимает это, Матвей молодец. И заход зашел на удушающий, скользкий Ахмедов. Ах ты, смотри, не сможет. Молодцы, молодцы, оба молодцы. Минута, зарубились. Ну и не продолжается, посмотрите, хайкик пропускает справа его. Ай-яй-яй, утонул Ахмедова, вязал на ушах. Посмотрите, что происходит в главном бою. Это просто мясорубка, ребята. Посмотрите, что творит этот парень. Его зовут Матвей Гадолич, он из Аякса. Молодец. Руфат Ахмедов с последних сил держится. Ну, отдаем должное и Руфату, но... Ну, Матвей, ну выдает. Молодец. Задушить? Нет. Посмотрите, что происходит тут. Вот здесь включается навык, который шлифовали пацаны на тренировках годами. В атаку переходит Руфат Ахмедов, тоже берет шею. Находится он в состоянии сверху сейчас, выходит на ground and pound. Если силы нету, 18 секунд. Нет, я думаю, здесь ничего Матвею не грозит. Да, ставил он руку туда, чтобы не произошло удушение. Но пытается задушить Руфат Ахмедов своего соперника, пытается. Что происходит? Удушение? Нет. Тянет, а Ахмедов нет. Ну что скажешь? Не успел, не успел. Конечно, Матвей Кагулич выиграл, потому что вот эти 20 секунд, 15, это не три раунда. Вот это бой! Да, вот да. Это бой. Ждем. Вот это согламный бой. Ждем. Ну, конечно, Матвей заставил попотеть нам тут, заставил, задач поназадавал. Ну, а Руфату Ахмедову даем мы... Отдаем. Ну что, отдаем должное, что мы, потому что концовка красивая, какая-то интрига, какой-то интерес. Посмотрите, все раунды Матвей выигрывал. Ответь мне по-простому, Кадолич или Ахмедов? Вот по-простому, Кадолич или Ахмедов? Я скажу Кадолич. Кадолич, но нас ждет еще третий раунд, забегать еще не будем. Это я про сейчас, который раунд прошел. А, нет, за Кадоличем. За Кадоличем, потому что вот эта концовка, это 7-секундная, это был бал. Завершающий третий раунд. Потому что еще один раунд. Парни уже истощены, я не знаю, как они будут продолжать. Молодцы. Только аплодисменты, только стоя тут весь зал. Приятно просто посмотреть, как поддерживают не только Матвея Кадолича, а в целом поединок, потому что бой... Зрителей вас не слышно! Да. А Паша молодец, Павел, он выполняет четко свою работу ринг-анонсера и довольно красочно, довольно... Итак, все внимание в октагон. Матвей Кадолич, Руфат Ахмедов, третий раунд, решающий раунд. Собрались. Потому что Руфат Ахмедов может быть как-то немножечко даже почувствовать какое-то преимущество, типа... Может, у меня такое чувство, что это титульник. Вот хоть убейте. Ну да. По крайней мере, по атмосфере, по тому, что в клетке происходит, да. А вы знаете трясло горе ва нш будет, нет? Интересно. Ну посмотрите, как парни-то друг другу дают жару. Лига BFC молодец, умеет преподносить сюрпризы. Это точно. Поэтому входит в корпус Кадолич. Молодец, тэкдаун, здорово. Клево. И здесь надо дорабатывать. Держит шею Руфат Ахмедов. Вроде держит неплохо, но сил, я думаю, что не хватает у него. Да, здесь не такая хватает. Обоюдочка, здесь обоюдно как-то... А мы слышим, как подсказывают тут, как поддерживают Руфата Ахмедова, тоже слышим, что ничего не получается у Матвея Кадолича. Делай свою работу, дожимай. Матвей, в свою очередь, пытается... Знаешь, тяжело Ахмедову, обоюдный удушающий. Обоюдный удушающий прием, да, я вот и хотел сказать. Редко такое встречается, но вот уже второй раз за сегодняшний файт-карт на самом-то деле. Да, Ахмедову попроще, а Матвей... Попал в западню. Ну, посмотри, как огрызается. Двигается по часовой стрелке. Забегание Кадолич. Надо. Однозначно тут надо забегание. И колено нужно в живот Кадоличу поставить на Ахмедова. Тогда проще ему будет. И убрать левую руку. Здорово, классно. Тут страсти кипят.
Да, вы знаете, Ахмедов уже и сам очень сильно устал. Я не знаю, насколько хватит ему. Да, нет, не хватило сил, рука опускается, Саш. Да, да. Кадолич пока еще удерживается Ахмедовым. Поддержка здесь сумасшедшая. Так приятно смотреть на то, что происходит вокруг. Да, отпустил Ахмедов захват шеи Матвея. Матвей пока сверху сбоку. Посмотрим на это положение. Во-первых, что нужно сделать? Нужно левую руку стать коленом, нейтрализовать. Во-вторых, правой желательно коленом стать в живот. Ну вот сейчас в черепаху просто сворачивается Ахмедов. Классическая тактика грэплинга для защиты. Защита абсолютно пассивная. Но Кадоличу нужно разбивать. Вот встают соперники, опять тейкдаун. Спину берет Матвей Кадолич. Перспективное положение у него. Видел, осталось просто задушить. Руфат Ахмедов видел, как приподнялся и сплел ногу Матвея. Да, видел. Тоже молодец. Уже грамотно действует, да. Знаешь, такое... Минута 55. Времени много. Руфат Ахмедов такой, знаешь, мне как-то с такой достойной стороны открывается, как не мальчик для битья такой, знаешь. Очень опытный боец. И если вы слышите, что происходит в зале, то наши микрофоны передают вам всю красоту сегодняшнего ММА. Ну, ребята, я думаю, скажу так, что это главный сегодняшний бой по ММА. Если на данный момент, точно, если не считать Сколыша с Новицким, то Кадолич Ахмедов просто украшение этого турнира. Спасибо парням за то, что они это делают. Я не знаю, кто победит. Оба уже в состоянии вообще, мне кажется, в нирване в какой-то находится. И просто... И огромная благодарность руководителю лиги BFC, матчмейкерам, всей команде за проделанную работу именно вот по подбору пар, по файт-карте. Ай-яй-яй. Пропускает Ахмедов удар, который нанес урон. Что происходит? Ну, Кадолич хорошо леглок сделал, находится он на спине Ахмедова, не упускает он это положение. Ахмедов пока действует как черепаха. Он свернулся в эту позу и делает пассивную защиту. Хватит ли у Кадолича сил? Не знаю. 40 секунд. Матвею надо что-то предпринять и красиво дожать этот поединок, чтобы было... Смотрим, как Олег внимательно наблюдает за Руфатом Ахмедовым, потому что как-то подозрительно он скрутился и ничего не понял. Ну, нужно активнее защищаться, активнее. А Кадоличу нужно активнее атаковать. Да, совершенно верно. Ну вот сейчас 17 секунд. Тут уже на волевых. Матвей уже на волевых добивает. Бьет. Олег 11 секунд. 10. Олег предупреждает активнее защищаться Руфату Ахмедову, потому что правила требуют своего. Ну а у нас конец поединка. Решением, да, весь в крови. Бедный Руфат Ахмедов. Рассек ему Матвей Кадолич. Что-то. Лицо. Друзья, я считаю, что можно и стоя поаплодировать бойцам. Согласитесь, это было нечто. Руфат Ахмедов, конечно, человечище, боец большой буквы. Ну а Матвей Кадолич, молодец. Вы видите, стоя, весь зал встал, чтобы поаплодировать нашего Матвею Кадоличу. Посмотрите, что происходит на ринге. Ну, на наших глазах настоящий. Чемпион, готовы объявить результаты, бойцы приглашаются на зрительного погона. Ждем официального решения судей. Бойцы отдали много сил октагоне, давайте поаплодируем! Да, я думаю, не знаю, за волю к победе им надо точно дать сегодня бонус. Решение, единогласным решением судей. В этом поединке победу одерживает Матвей Кадолич! Кадолич побеждает, да. Да, заслуженно. Здорово, Руфат, так приятно Ахмедов видеть. Объятия. Давайте похлопаем. Матвей на пару слов, если можно. Выложился на все 100. Кто там сегодня чемпион нашего турнира? Кадолич получается, так точно. Прямо сейчас Матвею. Матвей! 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 Вот, вы слышите, что происходит. Какая атмосфера в Prime Hall, какая атмосфера на BFC. Послушаем победителя. Понимаю, что тебе надо отдышаться. Эти 15 минут то точно для тебя были нелегкой прогулкой. Но для Руфата Ахмедова уж точно. Просто твои впечатления по началу боя, как настроение. Пожалуйста. Ну, красавчик! Ну, было тяжело, а как по-другому? Матвей,
Хочешь, чтобы твое имя еще раз прозвучало здесь? Матвей! Матвей! И все-таки пару слов в адрес всех присутствующих. Хочу сказать всем спасибо. Prime Home, вы лучшие. В отдельности хочу поблагодарить руководителей команды Аякс. Он стоит. Коровикинского Максим Анатольевич. Иван Владимирович Якименко. Спасибо вам большое. И всей команде Аякс. Вы лучшие ребята. Отдельное спасибо хочу сказать всем моим родным, которые сидят где-то в этой половине. И там тоже родители, жена любимая. Я вас всех люблю, всех ценю. Спасибо BFC за предоставленную возможность выступить на вашем турнире. Все, отдельное спасибо всем. Прайм-холл! Матвей, красавчик, спасибо за бой. Спасибо за это шоу. Матвей Гадолич! Посмотрим еще с большим удовольствием на этот соглавный повтор сегодняшнего вечера. На эту битву титанов сегодняшнего вечера. Это настоящие гладиаторы в этом октагоне. Но я думаю, давно мы не видели с вами таких поединков. Саша, я тебе скажу, что я на выходных просмотрю этот поединок на большом экране. Повтор. Соберу близких друзей и посмотрю это повторе. Потому что Матвей Кадолич молодец, красавец. Это представитель действительно настоящей профессиональной команды «Аякс». Это наш член команды национальной по рукопашному бою. Матвей, молодец. Вот. Нечего сказать. Матвей настоящий чемпион. Руфат Ахмедов тоже молодец. Дорогие друзья, и перед тем, как мы с вами увидим главный бой нашего вечера, нашего турнира, мы хотели бы огласить результаты розыгрыша. И с удовольствием в октагон я приглашаю под ваши бурные аплодисменты легендарного бойца Петра Романкевича и пиар-директора Лиги BFC Дарью Мельчко. Пожалуйста, давайте поаплодируем. Петр Романкевич, Дарья, подведем итоги, подарим подарок от нашего партнера. Горилла Энерджи. Громче, 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 громче. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Итак, с минуты на минуту мы определим победителя, который получит тот самый подарок от нашего партнера Горилла Энерджи. Условия были очень простые. Надо было подписаться в Инстаграме на BFC Company, на Горилла Энерджи. И в нашем инстаграме под последним постом со взвешивания отметить Гориллу. Так, я так понимаю, что победитель здесь присутствует, да? И победителю подарок следующий. Первый. Он выходит на бой против Петра Романкевича. Если выиграет, получает подарок от Горилла Энерджи. Согласны? Прикольно. Вот это шоу. Молодцы, что участвовали тут. Много желающих, но прямо сейчас случайным образом Петр определил победителя. Тут много медалей у человека. Паша Синица побеждает. Паша, нижнее подчеркивание, Синица. Если ты с балкона, прям слетай к нам в октагон. Я не знаю. Паша Синица есть? Зря я сказал насчет боя с Петром. Да. Паша Синица, мы вас ждем. Есть, да? Слушайте, но есть, да? Пашка идет. Все. Петр Романкевич. Петр, как настроение вообще? Как? Огонь настроения, боевое. У меня через месяц состоится уже следующий бой. Соперник мой в зале. Поэтому настроение боевое. Покажи на камеру, пожалуйста, твой устрашающий взгляд, чтобы немножко... Знаете, я добрый. Именно тут просыпается злость, ненависть. Да, честно говоря, и ненависти нету. Чисто спортивная такая злость. Мы выходим сюда показывать шоу для вас. Поэтому, ребят, не скупитесь на аплодисменты, поддержите спортсменов. И BFC только вперед. Спасибо, Петр. Спасибо.
А Паша Синица, он настолько маленький по сравнению с вами, что спрятался за вас. Давайте поаплодируем победителю и его поздравим, да. Паша Синица, аплодисменты, Горилла Энерджи. Петр Манкевич, Дарья Мельничко, спасибо. Спасибо, ребята, эти аплодисменты вам. Спасибо. До новых встреч. Ну и, конечно, пару... А, слушайте, точно, пожалуйста, пару слов, Петр, насчет главного боя. Ребят, что за бой мы посмотрели предыдущий? Дайте немножко еще аплодисментов. Все аплодировали стоя. Была бы моя воля, да, вот я к организаторам обращаюсь, я бы выдал бонус вечера. Вот несмотря на главный бой, что мы посмотрим еще последний бой вечера, вот этот бой 100% это к Максиму Королькову относится. Макс, рассмотри, рассмотри бонус. Вот. А что хочу сказать главного боя вечера. Надеюсь, что он нас не огорчит. Мы увидим настоящую зарубу, спортивную зарубу парней. И будем аплодировать стоя. Поэтому, ребят, не скупитесь на аплодисменты. Давайте поддержим наших ребят. Они делают это все только для вас. Петр Ромакевич, спасибо. Да, спасибо большое. И мы готовы продолжать. Итак, уважаемые дамы и господа, главный бой нашего вечера. Он пройдет по правилам ММА. В полулегком весе 65 и 80 килограммов. 3 раунда по 5 минут. И мы готовы встречать бойцов. Боец синего угла, Республика Беларусь, Андрей Сколыш. А вот и главное блюдо нашего сегодняшнего вечера, BFC 72. Титульный поединок, бой за пояс чемпиона лиги BFC. И претендентом выходит Андрей Сколыш. Он сейчас идет на серии из поражений, хотя в 2020-2021 году имел серию из 3 побед. Возможно, эта серия была из-за увеличения уровня оппозиции его. Андрей пробовал выступать на турнирах NFC, ACA Young Eagles, Open FC и казахском НАИЗА. Я напомню, что сегодня... Мы видели уже одного парня, Абдулманапа Магомедова. Андрей Сколыш ему когда-то проиграл 20 марта 2022 года. На ACA у Young Eagles 21 проиграл Саиду Магомедову Батукаеву единогласным решением судей. Ну, а вообще лозунг Андрея Сколыша – это «Вышел драться, дерись до конца». За что мы любим этого бойца? За то, что он никогда не отказывается от поединков, за то, что он выкладывается всегда на октагоне. И на самом деле... Именно этот парень достоин грамоты за волю к победе. После такого поединка, как закатили Руфат Ахмедов и Матвей Кадорич, я думаю, сложно вас и нас будет чем-то удивить. Но парни будут стараться, парни попробуют. И год назад Андрей даже выступил по К1 правилам против Юрия Суцука на Горилла FC, что делает ему честь. Молодец, и посмотрим на этот бой. Мы уже готовы вместе с вами встречать боец красного угла, Республика Беларусь, Владислав Новицкий. Ну а на ваших экранах соперник Андрея Сколыша, без привлечения, это герой сегодняшнего вечера, который наконец-то возвращается на BFC 72, конечно, наконец возвращается, в конце концов, вообще в целом, клетку. Давно его ждали уже возвращения. Это отмечу. Чемпион BFC. Это был действующий чемпион BFC. Но после того, как подписал контракт с Брейв, ему пришлось оставить титул свой, оставить его вакантным, чтобы перейти в лигу BFC. Брейв, прошу прощения. И сейчас он возвращается на новый чемпионский забег в своей родной лиге BFC. И дерется не с кем-то, а с Андреем Сколышем, которого представил Саша. Это будет непростое возвращение пояса. Непростой будет поединок. Это главное событие. А напомню про Влада Новицкого. Ему 29 лет, его рост 175 сантиметров. Его рекорд 9-4 по ММА. Весовая категория до 65 килограмм. Среди любителей у Владислава Новицкого серебро на чемпионате Европы по ММА. У него серебро чемпионата Европы по рукопашному поединку. Он чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою. Выигрывал чемпионат Республики Беларусь по боевому самбо.
выигрывал чемпионат Республики Беларусь по грэплингу и по ММА. И мне понравилось, как Влад Новицкий в начале года в январе повел себя, когда у него был простой сгод и не было боев. Он принял решение подраться на любительском чемпионате Республики Беларусь по рукопашному бою и выиграл. Ну что, давайте поаплодируем. Смотрим главный бой события. BFC 72. Кто будет болеть и переживать за Владислава Новицкого? Пошумите! Кто пришел сюда сегодня поддержать Андрея Сколыша? 50 на 50. Ну что, друзья, мы готовы начинать. Прямо сейчас. Уважаемые дамы и господа, представляем вам бойцов в синем углу. Бойцу 24 года, рост 173 сантиметра. Рекорд 15 боев, 7 побед, 8 поражений. Чемпион Республики Беларусь по грэплингу, победитель международных турниров по кикбоксингу и ММА. Республика Беларусь, Андрей Сколыш! И его соперник в красном углу, бойцу 29 лет, рост 175 сантиметров, рекорд 13 боев, 9 побед, 4 поражения. Серебряный призер чемпионата Европы по ММА и рукопашному бою, чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою, боевому самбо, грэплингу и ММА. Республика Беларусь, Владислав Новицкий! Рефери в октагоне Олег Миляков. Отдельно, Александр, хочу отметить, что Влад Новицкий представитель профессиональной команды Ajax Team. И также он представляет клуб Gridin Gym, легендарный клуб Gridin Gym, где Влад ставит ударку, где тренируется плечом к плечу с Чингизом Алазовым под руководством Андрея Сергеевича Гридина. И, пользуясь случаем, большой привет этому легендарному клубу, который воспитал очень-очень много чемпионов. Итак, весь зал застыл в ожидании главного боя вечера, чемпионского. На кону пояс лиги BFC. Да, огрызается Сколыш. Посмотрите, оба парня хорошие рукопашники. Очень быстрые руки и ноги. И вообще ударка у Владислава Новицкого фирменная, можно сказать. Ну, посмотрим, что на это покажет Андрей Сколыш. Недаром Максим Корольков сказал, что это самый ожидаемый бой двух лет. Последних двух лет, потому что несколько раз срывался этот поединок. То ковид, то травмы. Уже надоело нам ждать, конечно. Ну и наконец-таки мы это увидим. Новицкий пока действует комбинационно, вот раздергивает он Андрея Сколыш и добавляет лоу-киками. Традиционно его двойка и лоу-кик, Сколыш кидается в корпус, оказывается снизу. Не самый удачный проход, надо сказать. Да, решил форсировать события. Форсировать события, но немножко газанул, да, неудачно. Новицкий, посмотрите, как удачно действует. Отключал было левую руку Андрея Сколыша. Ну, хорошо сейчас борется Андрей. Посмотрим, как у него получится противостоять Владиславу. Владислав, да, конечно, пока больше получается. Ударник. Пока получается. Противостоять пока не дает ничего делать Владу. Но, тем не менее, преимущество некое мы видим у Влада Новицкого. И который наращивает это преимущество. Что-то придумал, видим, Влад. Что-то придумал. И, ну, контроль получается. И у Влада, и у Андрея. Здорово. Показывают некий такой, мастерство грэплинга, умение бороться. Да и давно мы не видели Владислава Новицкого-то в борьбе, на самом деле. Да вообще соскучились. Его давно не было в клетке уже. Сколько же ждали? 2 года возвращения? Да, да. Но... Король вернулся. Сейчас посмотрим, как оно будет. Посмотрите, на полевой пытается выйти. Сколыш пытается удивить всех в зале. Молодец. Молодец. Вытягивает руку Владислава Новицкого. Что же получится или нет у Андрея Сколыша? Какая сила нужна, чтобы это сделать? Не знаю. Не знаю, насколько контролирует Владислав. Нет, ну да, выпутывается он все-таки. Да, у Влада хватает мастерства. Это... Не получилось. Не получилось. Стойка. Наша любимая зрелищная стойка. Пропускает Влад навстречу. Левый хук. Такой незначительный. Вот. Пытался коленом ударить и копанул во встречу. Но, тем не менее, Влад, начинает потихоньку набирать обороты. Он
какая-то агрессия появляется у него. Ну, Влад, скажем так, на руках быстрее, это точно, это видно, да? То есть в ударке Новицкий превосходит именно в скорости Сколыша, конечно. И не позавидуешь Андрею, потому что немного бойцов обладает подобной скоростью на руках, как Владислав Новицкий. Очень сильный рукопашник. Пропустил, Андрей пропустил. Да, 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 очень сильный рукопашник. Чувствуется школа Гридин Джима, чувствуется пахота, та самая уручанская, да, если хотите. Ну, да, возвращение он хотел сделать ярко, и у него это должно получиться. Андрей может, конечно, все карты спутать. Сколыш такой тоже, он молодец, он пахал, он знал, под кого готовиться, знал, к чему готовиться, да, что на кону. Себя. Борьба у сетки, Андрей пока атакует, защищается Владислав, Андрей пытается сделать тейкдаун, навязать борьбу Владиславу Новицкому, и у него это почти получается. Спину нужно выпрямлять и попробовать поднять своего соперника. Вот пытается зацепиться за ногу. Но нет, 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 не будет бороться Владислав. Приглашает своего соперника в стойку. И отдыхает Андрей Сколыш. Знаешь, это особая благодарность руководству лиги BFC, что этот бой все-таки состоялся. Сколько не получалось, сколько было всяких проволочек. И все-таки этот бой состоялся. Вставать надо Сколыша, иначе Емельяненский заметит Новицкий Сколыша. Видели, какие страшные удары идут с граунд энд паунда. И не останавливает это Владислава. Не хочет он с ним бороться. Приглашал на его стойку. Но все-таки у нас борьба. Да, Влад пока все четко контролирует. У Андрея план прежний. Это вытянуть руку на рычаг. Ну, Саш, твое мнение по поводу первого раунда. Классно? Мое мнение, что обоим соперникам тяжело. А на Новицкого давит он сам. Его ожидания, его желание, да, ответственность. И показать публике, что the champ is here, да, как бы чемпион дома. И что это его пояс, и что Сколыш претендент. Это первая атака, помнишь? Да, да, да. Новицкий быстрее на руках. Но Андрею нужно успокоиться и не делать опрометчивых проходов, прежде всего, в корпус. Понимает Андрей Сколыш, что где-то он проигрывает в ударке, да, Владу. Пропустил он несколько ударов, поэтому пытается он затащить Влада в борьбу и сделать там болевой на руку. Второй раунд, давайте поаплодируем, подарим положительную энергетику, поддержим наших бойцов! Второй раунд, главное событие, прошу прощения, BFC 72. Или соглавное, ты, может быть, и не ошибся, Кадолич-то уже отборолись с Ахмедовым. Пальму первенство, может быть, и заберет по зрелищности, но это решать зрителям после турнира. Вот тут бой, претендент, я имею в виду бой Ахмедова и Кадолича, Яна на лучший бой года. Это уже точно бой, который претендует на это звание. Зрители, вы готовы продолжать? Да. Сколько там будет претендентов потом собрать, посмотреть и выбрать, какой лучше. Ну что, второй раунд. Полны сил, энергии ребята. Видно, что сил хватает. Андрей заряжен. Владу комфортнее в стойке на руках. Вот это его стихия. Он все-таки рукопашник. Не хочет. Вот попадание. Посмотри, левый хук. И сотряс. В борьбу попал. Он действительно очень сильно по Сколышу. Сколыш пропустил хороший оверхенд. Да, Андрей думает спастись в борьбе. Добивает Влад свою жертву, пытается предложить грэплинг и делает скручивание пятки, выходит Андрей Сколыш, но я думаю, Влад не даст ему это сделать. Да, завязывается такая борьба, вы знаете, хорошая вязкая борьба, и правильно делает Андрей с другой стороны, он пытается спастись. Да, если в стойке не получается, то иди сюда в грэплинг. Да, потому что болтануло Сколыш, посмотрите, как тяжело Олег он поднимается. Да. Рефери поднимает стойку. Да, Андрей пропустил, Андрей видно. Он в состоянии гроги сейчас находится. Влад на самом деле может добить своего соперника. Все, Милякову нужно останавливать этот бой. Если Сколыш не будет защищаться, то все. Да, вколачивает Влад последние эти удары чемпионские. И вырывает. Вырывает, победу. Почти вырывает. Олег предупреждает. Второе предупреждение уже было, активнее защищаться. Видим, как... Да,
А эти удары, по-моему, с золотым отливом. Да, претендентский. Вернулся. Претендентский статус вылился в чемпионский. И Владислав Новицкий снова становится чемпионом лиги BFC. Поздравляем Аякс Тим, поздравляем Гриден Джим, поздравляем лигу BFC. Наше поздравление Владу Новицкому. Друзья, давайте поаплодируем. Андрею Скулыша поправиться побыстрее, реабилитироваться и вернуться в клетку. Да, достойный соперник был сегодня у Владислава Новицкого. Нужно отметить, и действительно очень хорошо он бился. Немного кто может составить такую оппозицию Владиславу. Влад шел по знаешь, заранее спланированному плану. Он четко выполнил то, что он хотел. И в стойке, и в борьбе. Ну, тут молодец, только пожать руку, сфотографироваться с ним и... И отметить в соцсетях. Да, и отдельная страница, знаешь, как бы пройдена, идем дальше. Видим руководителя лиги BFC Максим Корольков. Интрига, что будет дальше, действительно. Владислав Новицкий снова чемпион, дамы, ну а дальше? Господа, чуть-чуть приостановить. Слушаем официальный вердикт. Прямо сейчас исторически важный момент. Итак, внимание! Во втором раунде время остановки боя, минута 43. Техническим нокаутом победу одерживает Владислав Новицкий! Становится новым чемпионом, обладателем пояса BFC! Громче, 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 поздравим! Фото на памяти. Поздравляем мы всех с этим турниром. Великолепный турнир Prime Hall BFC 72. Я думаю, запомнится нам надолго. Ну а с вами в этом эфире работали мы, ваши комментаторы Александр Черногузов и Алексей Самосейко. Всем всего доброго. Послушаем последние слова руководителя лиги. Человек не выступал и выжил сразу против первого претендента за пояс этой лиги. Дайте шума, Минск! Он белорусов заслужил! Всем привет, Минск! Я прошу не расходиться, я не займу у вас много времени. Я хочу поблагодарить каждого, кто пришел сюда, поддержать меня, разделить со мной этот момент, потому что он для меня очень значимый. Не столь значимый, как этот пояс. Я очень ждал этого времени, когда поднимут мою руку. Я не бился больше, чем 2 года по ряду причин, как уже тут озвучили. Поэтому это для меня очень крутое событие. Я хочу поблагодарить в первую очередь моих близких, которые в любой момент у меня поддерживают. Мы с ними очень много прошли. Они знают, каково далась мне эта подготовка, что я пережил за это время. Хочу поблагодарить свою команду «Аякс», команду, в которой я постоянно прохожу подготовку. Это легендарный клуб «Гриден Джим», Андрея Сергеевича, Ковтика Александра, Юрия Иосифовича, тренера нашей команды Максима Стецко, партнеров своих, которые тоже меня всячески поддерживают, Максима Королькова, Ивана Владимировича. Все, всех обнял, всем спасибо, до новых встреч! Владислав Новицкий! И давайте еще раз поздравим только максимально громкими аплодисментами. Ну а мы выражаем благодарность нашим партнерам, генеральный партнер мероприятия Gorilla Energy, титульный партнер лиги BFC BellBet, официальный партнер показа трансляции BFC 72 видеосервис Вока. Оставайтесь с нами и следите за последними новостями на информационных ресурсах BFC. До встречи!